sure I am right. The time to fight and strike is mine. What's up? Sure it's alright. And strike is mine, cause my life's a fight. Hey, oh Lord, it's calling you, cause you are the warrior, you are the hero. Hey, oh Lord, it's calling you, cause you are the warrior, you are the hero. You are the warrior, you are the hero. You are the warrior, you are the hero. Я рад приветствовать всех поклонников смешанных единоборств. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com и в онлайн-кинотеатре Ока. Добро пожаловать на грандиозное событие. Юбилейный 75-й турнир ММА-серии «Все звезды». Мы в столице России, златоглавой Москве, в ее спортивном сердце на ВТБ-арене. 9 ярких поединков по правилам профессионального ММА. Бойцы из Сербии, Египта, Бразилии и России выйдут в октагон. Формула 3 раунда по 5 минут и 3 противостояния будут 5-раундовыми. Мы смотрим в будущее, а значит, некоторые поединки пройдут в формате фиджитал единоборств. Перед тем, как представить бригаду арбитров, еще раз познакомлю вас с самыми главными событиями в рамках 75-го турнира. Евгений Ершов против Артема Тарасова. Это медийное противостояние прекрасно известно зрителям наших турниров. Артем Тарасов выйдет в октагон. Дважды уже он выходил в октагон ММА-серии. На его счету бесчисленное количество хайповых и рискованных вызовов. Сегодня он сразится с Евгением Ершовым, рэпером, блогером, который давно зарекомендовал себя как зрелищный рубака и харизматичный шоумен. Еще один поединок. Тьяго Оливейра и Джефферсон Гонсалвес. Это бразильская битва на российской земле, так ее можно окрестить. Обладатель бронзового пояса, победителя бразилец Джефферсон Гонсалвес готов сражаться за серебряный пояс серии. На счету Минотавра из команды Гор ММА 14 побед без поражений и 2 ничьи. Его соперником сегодня станет Тьяго Оливейра. В ММА-серии он дебютирует, но тем не менее в его активе 17 побед при 11 поражениях. Еще один зрелищный, яркий бой – это Кассио Жакаре против Сергея Бобрышева. Богатырь из Мурома, который зарекомендовал себя, наверное, одним из самых кровавых бойцов, сегодня обещает дать не менее яркий, закатить не менее яркий бой. Против него Кассио Жакаре, который уже провел 3 поединка в ММА-серии, стартовал не совсем удачно, но после дважды одержал уверенные победы. Вообще в активе Кассио 40 профессиональных боев. И сейчас он идет в нашей лиге на серии из 2 побед. Рассказывать про Сергея Бобрышева фанатам ММА-серии, я думаю, смысла нету. Да и те, кто даже, наверное, впервые оказался на ММА-серии, наверняка видели бои Сергея, потому что они разошлись на рилсы, шорты и различные, в хорошем смысле слова, спортивные мемы. И главный поединок сегодняшнего турнира – Эдинальдо Новаэс против Сергея Дьяконова. Это главный бой вечера за первый в истории лиги платиновый пояс победителя. Муромский молот Сергей Дьяконов – безоговорочно сильнейший тяжеловес ММА-серии, на счету которого 9 побед в 9 поединках. Он обладатель 3 поясов нашей серии. Золотого, серебряного и бронзового. Его соперник бразилец Эдинальдо Новаэс лишь однажды выходил в октагон ММА-серии, но он одолел чемпиона мира по смешанным единоборствам Заура Гаджибабаева. И та победа для многих стала неожиданной, ну, наверное, кроме самого Эдинальдо. За его плечами 12 побед при 6 поражениях. И посмотрим, что он сегодня сможет противопоставить сильнейшему тяжеловесу нашей лиги. Ну а сейчас представляю вашему вниманию судейскую бригаду сегодняшнего вечера. Главный судья Олег Бессуднов. Боковые Тимур Хамедов и Артур Граков. Рефери в октагоне рефери в октагоне Артем Алексенко и Артур Шайхов. Судья-хронометрист Ахмед Гамзатов. Также напоминаю, уважаемые болельщики, теперь у всех присутствующих на турнире и смотрящих прямую трансляцию есть возможность выбрать лучший бой и лучшего бойца вечера. Отправляйте смс-сообщение на номер 5533 со словом «ММА», далее пробел, номер боя и цвет угла вашего фаворита. Победителя зрительского голосования я назову прямо во время эфира по завершении главного боя вечера. Генеральный партнер голосования – авиакомпания SmartAvia. Лоукостер нового смарт-формата. Выгодно с умом на flysmartavia.com. На этом можно закрывать официальную часть и переходить к самому интересному. Открывает наш турнир поединок весовой категории свыше 93 килограммов. В синий угол клетки приглашается боец из Сербии. Аднан Гладиатор Алич. Приветствуем всех любителей смешанных единоборств. Это турнир ММА-серия 75. Все звезды. События разворачиваются на ВТБ-арене в Москве. Впереди нас ждут 9 увлекательнейших противостояний. И первое из них в тяжелой весовой категории. Аднан Алич против Гриши Дьячкова. Ваши комментаторы Ян Баранчук и Алексей Володин. Здравствуйте, уважаемые любители единоборств. Итак, Аднан Алич на ваших экранах. 39-летний сербский боец по прозвищу Гладиатор из Санджака. Он чемпион мира по кудо 2012 года. Начал выступать по ММА в 2005 году. И на данный момент провел уже 50 поединков. При этом до решения дошел лишь один. 45 боев завершились уже в первом раунде. Ну и, к сожалению, для Аднана выигрывать ему удавалось реже, чем проигрывать. Тем не менее, рук Алич не опускает и продолжает биться и рисковать. Да, сейчас он идет на серии из-за 7 поражений, но это вовсе не значит, что Алич приехал просто отбывать номер. Нокаутирующий удар у него никуда не делся, и Аличу главное попасть. В его богатой карьере есть и громкие имена. Например, он встречался с Джуниором Альбини, Александром Лунгу и Георгием Лобжанидзе. В ММА-серии он провел пока 2 боя. В первом уступил Александру Ханину удушающим, а во втором был нокаутирован Максимом Новоселовым. Все победы досрочные, 8 нокаутами и 7 приемами. Представляет ММА Питбуль Тим Сербия. В красный угол клетки приглашается его соперник из России. Гриша Дьячков! А вот и Гриша Дьячков, человек, который принял этот бой на супер-мега коротком уведомлении еще вчера вечером. Была информация, что с Аднаном Аличем будет драться Бупеш Камбле, но индийский тяжеловес снялся и на замену не то что вышел, буквально выскочил Гриша Дьячков. Но еще больше усугубляет эту ситуацию, что он дебютирует в качестве профессионального бойца ММА сегодня. То есть надо быть очень смелым человеком, чтобы вот так выйти на свой первый бой. Тем не менее, конечно же, за его плечами огромная база любительских единоборств. Ему 35 лет, он из Москвы, представляет команду Гор ММА. 193 сантиметра рост, 105 килограммов вес. Гриша – мастер спорта по кикбоксингу, кандидат в мастера спорта по боксу, 4-кратный чемпион Москвы по кикбоксингу. В общем, знает он... А, еще плюс чемпион Москвы по панкратиону. На 4 года младше своего сегодняшнего оппонента и, конечно, гораздо менее опытен именно в плане ММА. Но посмотрим, как будут развиваться события в клетке. Представляю вам участников первого поединка. Боец в синем углу клетки. Ему 39 лет. Рост 1 метр 85 сантиметров, вес 120 килограммов ровно. Из Сербии представляет ММА Питбуль Тим. Он чемпион мира по кудо. Давайте громко поприветствуем Аднан Алич. Его соперник боец в красном углу октагона. Ему 35 лет. Рост 1 метр 93 сантиметра, вес 105 килограммов ровно. Из России. Он мастер спорта по кикбоксингу, победитель турнира по боксу и кикбоксингу. Сегодня у него дебют среди профессионалов в октагоне. Встречаем Гриша Дьячков! Рефери в октагоне Артур Шайхов. Артур Шайхов рассудит Гришу Дьячкова и Аднана Алича. Гость из Сербии. В синем углу, в красном Гриша. Итак, начинается 75-й турнир ММА-серии. Смотрим на битву гигантов. Конечно же, есть существенное превосходство, как минимум с точки зрения массы, у Аднана Алича. Есть у него и нокаутирующий удар. Посмотрим, попадет он или нет. В свою очередь у Гриши Дьячкова должно быть преимущество скорости. Да, Гриша наносит вот первый удар справа и уже падает Алич. Мгновенное, брутальнейшее добивание. Перекрывается Алич и останавливает поединок Артур Шайхов. Это было очень быстро. Мы видим, что серб схватился еще за ногу рефери. Он полностью был дезориентирован. И остановка, соответственно, была абсолютно оправданной. Тем не менее, 14 ударов успел выбросить Гриша Дьячков. Одержал первую победу в качестве профессионального бойца смешанного стиля. А у Аднана Алича как-то сразу все не задалось. Посмотрим сейчас повторы. Насколько я понял, правый прямой там сыграл решающую роль. Так, присмотрелся, прицелился. Вот сейчас этот момент. Даже куда-то в область шеи было попадание, но сразу же пропало все желание Аднана Алича продолжать этот поединок. Так или иначе, поздравляем Гришу Дьячкову с дебютом. В отличном расположении духа и Богдан Гуськов, и Вальтер Уокер, хедлайнеры команды Гор ММА. Ну и сам Гриша пошел узнать, как дела у Аднана. И хедлайнеры, и фронтмены Гор ММА, и также бойцы UFC. Вот ждем мы, когда же объявим все-таки бой Вальтера. Да, уже один раз объявили, но, к сожалению, он не состоялся. Когда, наконец, одержит победу, будем надеяться, во втором поединке Богдан Гуськов. Но сегодня их очередь просто порадоваться или попереживать, да, за своих товарищей по команде. Сегодня будет несколько представителей Гор ММА в карде, как это обычно бывает на турнирах ММА-серии. Этот поединок продлился 26 секунд. Свою первую победу на профессиональном поприще одержал техническим нокаутом Гриша Дьячков! Поздравляем Гришу Дьячкова с ярким дебютом и двигаемся дальше. Неповторимый вкус и оригинальная рецептура. Так, напоминаем, что у нас сегодня в числе главных поединков сегодняшнего турнира значится бой Артема Тарасова и Евгения Ершова. Их встреча пройдет в средней весовой категории и будет в формате 3 раунда по 3 минуты. И это является специальным боем сегодняшнего вечера. Мы возвращаемся в прямой эфир телеканала MMA-TV.com и онлайн-кинотеатра Ока. Это 75-й грандиозный турнир ММА-серии «Все звезды с ВТБ-арены». На очереди поединок легковесов. И в синий угол клетки приглашается боец из Белгорода Хасбулат Хасанов! Хасбулат Хасанов на ваших экранах. 26-летний боец из Шебекина, что в Белгородской области, представляющий клуб «Центр». Хасбулат — кандидат мастера спорта по дзюдо, мастер спорта по боевому самбо, двукратный чемпион Центрального федерального округа по боевому самбо, мастер спорта по спортивной борьбе и также мастер спорта по бразильскому джиу-джитсу. По профи в ММА пока идет без поражений, но подрался он всего 2 раза. 30 декабря 2018 года он выиграл техническим нокаутом у Андрея Серикова. Спустя 2 года при помощи треугольника вынудил капитулировать Мирзабека Мирзоева. Сегодня дерется в легком весе, хотя и в полулегком он тоже выступал. Что касается стиля, то Хасбулат, как правило, работает на нокаут. Ground and pound у него на уровне, не боится резко слэмить для того, чтобы выйти из борьбы. 2 боя, 2 победы, обе досрочные, 174 сантиметра его рост, и заходит в клетку Хасбулат Хасанов. Ждем его соперника Илью Харитонова. В красный угол клетки приглашается его соперник из Москвы Илья Харитонов! Аплодирует публика, и начинается выход Ильи Харитонова. Я бы даже сказал, не выход, а забег к клетке. Очень быстро он преодолел пространство, которое отделяет как раз ворота, из которых выходят спортсмены, от непосредственно клетки ММА-серии. Непобежденный 23-летний боец из Москвы представляет клуб «Асхаб Fighting Team». Он кандидат мастера спорта по панкратиону и комплексному единоборству. Свой профессиональный путь в ММА этот парень начал в 2021-м. Задушил Ибрагима Курмагомедова, потом ударом по корпусу нокаутировал Азирет Али Маканбаева, после чего следующие 5 боев провел в ММА-серии и все выиграл. Решением одолел Фурката Камилова, удушающим Бектура Улу, нокаутировал Талазбека Улу, Азизбека Абдулхамидова и Хаджи Акбара Тажибаева. Всего 7 побед без поражений, 4 побед нокаутом и 2 удушающими приемами. В общем, яркий, устрашающий проспект Илья Харитонов. Посмотрим, как сегодня будут развиваться события. Все-таки 2 непобежденных спортсмена клетки. Боец в синем углу октагона. Ему 26 лет. Рост 1 метр 74 сантиметра, вес 70,1 килограмма. Из Белгорода, Россия, представляет клуб «Центр». Он кандидат мастера спорта по дзюдо, мастер спорта по боевому самбо, спортивной борьбе и джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд — 2 боя, 2 победы. Хасбулат Хасанов! Его соперник — боец в красном углу октагона. Ему 23 года. Рост 1 метр 82 сантиметра, вес 70,3 килограмма. Из Москвы представляет Асхаб Fighting Team. Он кандидат мастера спорта по панкратиону и комплексному единоборству. Победитель премии MMA-TV.com Awards 2022 года в номинации «Дебют года в ММА-серии». Его профессиональный рекорд — 7 боев, 7 побед, 5 из которых в нашей организации. Илья Харитонов! Рефери в октагоне — Артем Алексенко. Артем Алексенко начинает свою работу на турнире ММА-серии 75, легкая весовая категория. Хасбулат Хасанов против Ильи Харитонова. В синем углу Хасбулат, в красном Илья. 3 раунда по 5 минут. Поехали. Два правши в клетке. Сразу же пытается занять Хасбулат Хасанов центр сооружения. Присматривается Харитонов. И первый акцентированный лоу-кик. Да, получилось пробить плотно. Пытается прессинговать Илья. Проверил левым по корпусу Илья Харитонов. И на лоу-кик Хасбулата отвечает джебом. Что-то визуально Харитонов кажется существенно больше. И здесь вертушка по корпусу вот Ильи. И пытаются зарубиться спортсмены на средней дистанции. Там правым достал Хасбулат Илью. Еще один джеб. И тут же фронт-кик. Нет, в связке с ударом с вращением не получилось. А с перехватом ноги выходит перевод у Хасбулата. Начинается борьба. Много пространства. Минимальная пока что дистанция. Пытается отжать от себя соперника Харитонов. Подключает активно локти. И очень высоко отрабатывает Илья. Возможно, попробует перейти, допустим, на рычаг. Гард пока что открыт. Вот сейчас вновь закрывает его на пояснице соперника Илья Харитонов. Локти на коротке вбивает Хасбулат. Активно работает боец из синего угла. И вот такой треугольник своеобразно закрывает Илья Харитонов. Очень плотный контроль гардом. Харитонов старается активно работать из позиции на спине. Несколько раз жестко попал слева. И вынужден прижиматься Хасбулат Хасанов, потому что понимает, как только даст пространство, сразу же полетят удары. Да, но при этом Хасбулат работает спокойно, даже не глядя, попадает. И вновь в локти жесткие удары здесь. Да, как бы рассечение сейчас. Ну, не то чтобы не появилось, да, может случиться всякое. Именно на это были нацелены выпады Хасбулата, да, он пытается посечь соперника. Вновь Илья старается высоко отрабатывать ногами и, возможно, попробует набросить треугольник, но не тут-то было. Амплитуднейший удар слева, и сейчас выйдет из этой борьбы, возможно, Хасбулат, да, так и происходит. И тут же идет вперед. Да, серьезный ущерб получил Илья Харитонов, и, знаете, мы давно наблюдаем за карьерой этого спортсмена. Это самый тяжелый бой в карьере Харитонова. Это можно констатировать уже сейчас на 3-й минуте поединка. Прекрасный перевод от Хасбулата Хасанова. И вновь отмечу его любовь именно к переводам с эффектом слэма. Любит он такие броски. Поднимается Илья Харитонов. Уже бой для него идет на морально-волевых. 3 минуты позади. Кровотечение из носа у Харитонова. И, соответственно, могут быть проблемы с дыханием. Вырисовывается постепенно план на бой Хасбулата Хасанова. Его задача не дать сопернику пространства, навязать плотную, постоянную борьбу и заставить таким образом постоянно находиться в обороне, не позволить реализовать свои сильные стороны. Ну что ж, вновь дистанция. Харитонов идет вперед, чуть меньше 2 минут остается до окончания первого раунда. Правый прямой, здесь же еще один лоу-кик. Не бросается Хасбулат Хасанов. И нет, не попадает. Показывает Хасбулат, что хорошая атака, но не совсем точная. И как раз вот с нашего ракурса было отлично видно. Действительно, удар не дошел. Ну, удар пришелся по касательной. И вновь проводит тейкдаун. Причем довольно просто Хасбулат Хасанов. Это значит, что в ближайшие минуту с небольшим, скорее всего, соперники проведут на настиле. Посмотрим, будет ли Хасанов вновь подключать свой правый локоть. Обходит ногу. Заходит в боковой контроль. Да, локти полетели. Вновь еще минута. Вынужден принимать серию ударов. Илья Харитонов пытается встать. Перехватывает инициативу. У него есть минута. Минута, чтобы попробовать все закончить. Начинает молотить буквально соперника правой рукой. Ничего себе! Хасбулату необходимо уходить из этой позиции, иначе он проиграет. Артем Алексенко показывает, что он даст. Все! Ничего себе! Да, вот это да. Илья Харитонов какую победу одерживает, а? Проигрывал этот бой практически в пух и прах. И вот так вот сориентировался в борьбе, зашел в полный маунт. И включился на все 200%. Пассивная оборона, да, и были основания у Артема Алексенко эту встречу остановить. Волейбольный бой и волейбольный раунд в данном случае понятие тождественное. Меньше раунда продлился этот поединок, но зато сколько событий уместились в это совсем небольшое время. Можно сказать, целая жизнь, да, такая мини-жизнь для Ильи Харитонова. Он сначала подвергся жесточайшему давлению, но затем сумел перебороть и обстоятельства, и себя, и соперника, и закончить поединок в одной разящей атаке. 8 побед, 0 в графе поражений, 5 побед нокаутов. Возможно, я сейчас выскажусь слишком пафосно, но, на мой взгляд, вот в этом поединке Илья Харитонов получил больше, чем за предыдущие 5 вместе взятых. Ну, в плане там роста как бойца, как спортсмена. Потому что здесь действительно пришлось преодолеть очень много. Этот поединок продлился 4 минуты 17 секунд. Победу техническим нокаутом и бронзовый пояс ММА-серии завоевал Илья Харитонов! Илья Харитонов одерживает валидольную волевую победу в этом противостоянии и получает бронзовый пояс ММА-серии. Спасибо большое, ребята. Классный первый бой. Получилось так, как получилось. Я думаю, что всех хапнули эмоций, достаточное количество. И надеюсь, что... Я думаю, что такие бои всегда будут приятны. Надеюсь, что такие бои еще повторятся. И, возможно, мы обязательно Хасбулата увидим еще раз у нас. Ребят, Хасбулата мы обязательно увидимся еще, не переживайте. Ну, потом обсудим все это. Ну а сейчас давайте поаплодируем Илье Харитонову. Он у нас реально выступает долгое очень время и проводил много интересных поединков. Сейчас у него был очень тяжелый бой. Соперник был в порядке, соперник очень хорошо встретил. Вот, Илья сумел одержать победу в этом поединке, за что мы, Илья, тебе вручаем твой первый пояс в карьере. Это наш бронзовый пояс за количество побед в серии, за количество подряд побед в серии. Так что я тебя поздравляю. Давайте поаплодируем. Давайте еще раз наградим победителя аплодисментами. Всем привет. Пацаны, слышал вас от души, братья. Благодарен вам за то, что приходите, поддерживаете. Очень сильно ваша поддержка помогла и не дала как-то подломиться духом. Спасибо моему менеджеру Никите Катасонову. Дане спасибо, он со мной терпел меня 3 дня. Вот. Огромное спасибо всей организации, Федору, ММА-серия. На мой взгляд, это... Ну, не на мой взгляд, это просто моя любимая организация. Очень приятно всегда здесь проводить бои. Спасибо вам огромное. Спасибо также, секунду прям, моему сопернику. Он красавчик. Он хороший бой мне дал, поаплодируйте ему. Спасибо. Да, от души. Да, спасибо. Участники боя получают подарки от нашего постоянного партнера бренда «Рублевский неповторимый вкус» и оригинальная рецептура. Кассио Жакаре против Сергея Бобрышева. Это главное событие сегодняшнего турнира. Защита серебряного пояса для Сергея, для муромского Конора Макгрегора. Мы возвращаемся на ВТБ-арену. В октагон ММА-серии на 75-й юбилейный международный турнир «Все звезды». И благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. Российская авиакомпания SmartAvia. Лоукостер нового смарт-формата. Низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений. Приятно удивят вас выгодной с умом на flysmartavia.com. Третий поединок. Тяжелая весовая категория. И в синий угол клетки приглашается боец из Египта Ашраф Башанди! Итак, Ашраф Башанди, 39-летний египетский боец из Каира, представляющий Fit Academy и египтян топ-тим. Сегодня он проводит всего второй профессиональный бой по ММА и первый в ММА-серии. Однако пусть вас это не смущает, так как многие из вас уже вспомнили этого парня. Да-да, это тот самый боец, который не позволил красиво дебютировать по ММА самому Артему Вахитову, выиграв техническим нокаутом уже на 55-й секунде встречи. Но, если помните, Артем просто неудачно приземлился на локоть и был вынужден отказаться от продолжения встречи. За те 55 секунд Ашраф пытался отчаянно бороться, и это у него... отчасти получалась борьба, это вообще его сильная сторона. У него есть бронзовая медаль AGP по джиу-джитсу и золотая медаль ADCC по джиу-джитсу. Кстати, если брать его любительские достижения, то там все прилично. 4 победы, 1 поражение, 3 победы приемами. Бой с Вахитовым был 11 июня. Так что простой большого нет, но в любом случае Саидов сегодня очень серьезный фаворит. Заходит Ашраф в клетку и ждем Магомеда. Красный угол клетки приглашается его соперник из России Магомед Саидов. А вот и Магомед Саидов, непобежденный 27-летний боец из Москвы, представляет команду «Гор ММА». На любительском уровне много где выступал, но вершиной в этом смысле можно считать чемпионат России по ММА 2018 года. Там Магомед сумел выиграть у Ислама Умалатова и проиграл Резвану Куниеву. По профи провел 5 боев. В июне прошлого года нокаутировал Саидбека Джарунова, после чего выиграл 4 боя на турнирах ММА-серии. Задушил Арсена Казиева и Махди Саремия. Красивым ударом с разворота нокаутировал Муслима Мадалиева. И в последнем поединке хай-киком вывел из строя Али Фалади. Всего 5-0, 4-0 в ММА-серии. Сегодня 6-й бой. Ну и рискну предположить, что, несмотря на такую громкую славу, которую Ашраф стяжал себе, победив Артема Вахитова, Магомед Саидов является серьезным фаворитом в этом поединке. Последнее приготовление. Внимательно Артем Алексенко все процедуры проводит. Представляю вам участников третьего поединка. Боец в синем углу клетки. Ему 39 лет. Рост 1 метр 89 сантиметров. Вес 92 килограмма ровно. Из столицы Египта, города Каира, представляет Fit Академию. Он обладатель бронзовой медали AGP по джиу-джитсу и золотой медали ADCC. Его профессиональный рекорд — 1 бой, 1 победа. Ашраф Башанди! Его соперник — боец в красном углу октагона. Ему 27 лет. Рост 1 метр 90 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. Из Москвы представляет клуб «Гор ММА». Его профессиональный рекорд — 5 боев, 5 побед. Магомед Саидов! Рефери в октагоне Артур Шайхов. Начинается поединок в полутяжелой весовой категории. Магомед Саидов против Ашрафа Башанди. Магомед сразу же идет вперед. Подбирается так не спеша к сопернику на ударную дистанцию. Но при этом очень легко находит свою нужную дистанцию. Луи! Ничего себе на первых секундах хай-кик! Вот это да! Просто невероятный удар в исполнении Магомеда Саидова. Вот это называется пришел, увидел, победил. Просто подошел, прям смотрелся и чуть ли не первым ударом. Давайте посмотрим. Да, легкий лоу-кик, проверил реакцию соперника и также передней ногой абсолютно неожиданно для Ашрафа выключил ему свет. 20 тысяч проиграл. Ударился еще очень сильно затылком. Три удара. Три успел выбросить Магомед Саидов. Действительно ударился сильно и прям так по-киношному упал. Даже чем-то похож Магомед Саидов на Данила Козловского, если угодно. Но удар, конечно, классный. Там немного даже переживает Егор Азизян за здоровье Ашрафа Башанди. Да, удар, конечно, получился шикарно. Однозначно заявка на нокаут вечера, как минимум. Сотрясение там совершенно точно есть. И пожелаем скорейшего выздоровления. Интересно, вот если этот бой показать Артему Вахитову, какие эмоции он будет испытывать. Для награждения в октагон приглашается директор ММА-серии Федор Рыжов. Продолжает оставаться на стиле Ашраф Башанди. Вот сейчас пытается подняться. И получает свою порцию аплодисментов. Итак, Магомед Саидов. 6 боев, 6 побед. 5-0 в ММА-серии. И по этой причине появляется в клетке и бронзовый пояс. Этот поединок продлился 17 секунд. Свою шестую победу в шестом поединке. На этот раз чистым нокаутом одержал Магомед Саидов! Да, поздравляем Магомеда Саидова, но это, конечно, выглядело жутковато. Ну что ж, желаем здоровья Ашрафу. Ты тоже у нас выступаешь уже достаточно давно, и ты практически побил. Вот я помню, у Ашрафа в топологии написано, что он на 18-й секунде завершился бой с Артемом Вахитовым. Я, правда, не смотрел этот бой, не знаю, как это произошло. Видимо, наверное, у Артема что-то случилось. Вот. А может быть, просто ты, на самом деле, твой хай-кик оказался лучше, чем хай-кики чемпиона по тайскому боксу. С чем мы тебя поздравляем. Мак, ты у нас провел шестой поединок. У тебя есть винстрайк. И за победную серию мы вручаем такие бронзовые пояса, которые дают возможность тебе идти дальше уже к нашим постоянным поясам. Поэтому давайте поаплодируем Магомеду Саидову. Ну, как бы... Получилось все очень быстро, но зато в хайлайты точно войдет этот момент. Поэтому у тебя уже вторая победа хай-киком. Так что, поздравляю. Победитель боя Магомед Саидов забирает бронзовый пояс победителя ММА-серии. Ну и пару слов. Всех приветствую. Всех приветствую, спасибо Лиге за возможность выступать, спасибо Гору и моей команде. По поводу боя, честно, сам не ожидал, поэтому не могу ничего сказать. Хочу, вызвать человека, который назвал меня ребенком, и показать ему российскую школу, чтобы это было ему уроком в следующий раз. И, следил за языком. Масуд Сафари. Я хочу подраться с ним в тяжелом весе. Масуд Сафари – это человек, который выступает в тяжелом весе. Он победил даже человека, который находится сейчас здесь в клетке, Юсуфа, я понимаю, что неприятно вспоминать, но так получилось, да, он победил Заура Гаджибабаева и назвал магу ребенком, да, маг? Земляным червяком, по-моему, даже называл, видите, да? Вот. Поэтому я думаю, что поединок между полутяжем и тяжем – это очень интересное дело. Сейчас, Юсуф, сейчас, секунду. Так что я надеюсь, что мы постараемся организовать его в следующем году. У нас здесь находится Юсуф Шуаев. Юсуф тоже экс-чемпион Fight Nights и боец, который тоже провел огромное количество классных поединков, но в том поединке уступил своему сопернику. Что ты хочешь сказать? Говори, конечно. Он хочет… Это мага, братишка мой. Он хочет отомстить за меня ему. Все отлично, надеюсь, это будет весело, ярко, классно. Ну, честно скажу, уверен, что если это будет так быстро, я, в принципе, даже буду не против. Но Юсуф Сафари – это очень опасный соперник. Поэтому это будет тяжелый бой, но будет классно, что полутяж поднимется в тяжелый вес и попытается показать себя в тяжелом весе. Это будет очень круто и еще раз говорит о том, что ты готов сражаться с любым соперником, за что мы тебя и уважаем. Магомед Саидов, наш победитель, бой номер 3. Я напоминаю, что участники боя получают подарки от нашего постоянного партнера бренда «Рублевский», неповторимый вкус и оригинальная рецептура. Напоминаем, что в главном поединке сегодняшнего вечера Эдинальдо Новаэс будет сражаться с Сергеем Дьяконовым. У Сергея уникальная возможность выиграть платиновый пояс ММА-серии. У него 17 побед и 2 поражения всего за карьеру. В общем, на ходу Сергей. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com и в онлайн-кинотеатре «Ока». Это 75-й юбилейный турнир ММА-серии «Все звезды». Легчайшая весовая категория. В октагон выйдут девушки. Правда, перед тем, как схлестнуться в клетке, они сыграют на приставке. Мы говорили вам, что ММА-серия пропагандирует фиджитал-единоборство. Это совмещение реального ММА с боями на приставке. К игровым консолям приглашаются Мария Егорова и Джози Фабриэли. Напоминаем, что большие фиджитал-игры пройдут в феврале 2024 года в Казани. Там будет огромное количество дисциплин. Естественно, будет футбол, хоккей, баскетбол, многое другое, гонки дронов, картинг и так далее. И найдется место, конечно же, и для единоборства, конкретно для ММА. Там будут соперничать команды. Интересный формат приготовили. Так начинается у нас первый раунд. Так, смотрим. Соня Блейд, сразу же первая атака. Еще парочку ударов, и, кажется, Мария Егорова тренировалась. В том числе и Mortal Kombat. Да, активно работает Соня, практически не дает ничего сделать Деворе, да и Девора, мы видим, не особо сопротивляется. Вот сейчас только была попытка контратаковать, но грамотный тайминг Сони Блейд позволяет ей уверенно, почти чисто выиграть первый раунд. Начинается уже второй. Немного подождала Соня Блейд, подбирает здесь расстояние, просто стоит на месте фактически Девора. И здесь еще целая порция, даже там определенный спешл сумел использовать Мария Егорова. Смотрим на линию жизни, уже к середине она приближается. О Джози Фабриэли. Да, Джози видно, что переживает, не очень нравится ей происходящее, даже что-то высказывает относительно соперницы и ее навыков. Здесь до 2 побед идет встреча, и есть уже возможность спешл у Деворы, но этого не произойдет. Вот такой практически финиш. Буквально один удар, и виртуальная часть у нас закончится. Побеждает уверенно Соня Блейд, и во втором раунде тоже. Все, падает Девора, и Это значит, что Мария Егорова выигрывает виртуальную часть этого противостояния. Одержала Мария Егорова. Ну а кто победит в клетке, узнаем совсем скоро. Но я напоминаю, что в начале 2024 года в Казани состоятся игры будущего, где как раз-таки будут представлены вот такие вот гибридные дисциплины, где виртуальная реальность сталкивается с реальным спортом. И победитель определяется не там, а по сумме вот этих самых двух реальностей. То есть нужно победить не только в октагоне, но и в руках с джойстиком. Ну а мы переходим к четвертому поединку. Легчайшая весовая категория. В синий угол клетки приглашается из России Мария Егорова! Вот она, Мария Егорова, молодая от отделения, спортсменка из подмосковного Домодедова, представляющая клубы GG Friends и Авангард Домодедова. Сегодня Мария проводит свой первый бой в качестве профессионального бойца смешанного стиля и, естественно, дебютирует в ММА-серии. В детстве Егорова, как и многие девчонки, занималась танцами, плаванием, каталась на роликах, но потом родители решили отдать Марию на рукопашный бой и не прогадали. Егорова нашла то, чем она действительно хотела заниматься. Как итог, по рукопашному бою Егорова чемпионка мира, трехкратная чемпионка России, пятикратная победительница первенства России. По универсальному бою достижений тоже хоть отбавляй, на трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Одним словом, не случайно эту с виду хрупкую девушку называют «домодедовская ударница». Тренируется под руководством Андрея Андреева. Артур Шайхов тщательно проверяет амуницию. Волнительный момент. Первый профессиональный бой. Желаем удачи Марии Егоровой. И самое главное сейчас не перегореть. Просто сделать то, что она и так прекрасно умеет. В красный угол клетки приглашается ее соперница из Бразилии Джози Фабриэли. Итак, Джози Фабриэли, или Джозиани Фабриэли, юная 22-летняя бразильянка из города Кампо-Гранде, что в штате Мату-Гросу-ду-Сул, по прозвищу Проклятая. И представляет она зал Гор ММА. Профессионально Джози выступает с 2019 года. Начинала на родине, проиграла первые два боя решениями Тайнари Силве и Лидиане Фернандес. Потом раздельным решением одолела Андрейну Реполью, перешла в ММА-серию и сразу получила Нину Харинову. Нашу очень крутую спортсменку, которая выступала и на чемпионатах мира по любителям. В общем, Хариновой она уступила в очень тяжелом противостоянии раздельным решением. После чего в другом близком бою решением большинства судей победила Ирину Чернышову. Таким образом, на данный момент у Джозиани Фабриэли 2 победы и 3 неудачи. И все бои с ее участием дошли до решений. Представляю вам участниц четвертого поединка. Боец в синем углу. Ей 20 лет. Рост 1 метр 70 сантиметров. Вес 61,2 килограмма. Из подмосковного Домодедова представляет GG Friends и бойцовский клуб «Авангард Домодедова». Она многократная чемпионка России и мира по рукопашному универсальному бою. Давайте поддержим, ведь сегодня у нее профессиональный дебют в октагоне ММА. Мария Егорова! Ее соперница боец в красном углу. Ей 22 года, рост 1 метр 67 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Из Бразилии представляет московский клуб «Гор ММА». Она мастер спорта по ММА и кандидат мастера спорта по грэпплингу. Ее рекорд 4 победы при 3 поражениях. Джози Фабриэли! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Продолжается ММА-серия 75. Все звезды. Легчайшая весовая категория. Девушки у нас в клетке. Мария Егорова. В синем углу в красном. Джози Фабриэли. Итак, смотрим. Очень важно Марии Егоровой избежать борьбы в этом поединке. В стойке должно быть у нее преимущество. Активно финтит Фабриэли. Первая комбинация от Егоровой мимо цели. Лоу-кик. Пытается подобраться поближе Фабриэли, но скорость не входит в число ее главных преимуществ. Молодец, Мария пробила и тут же вернулась назад. Неплохой тайминг демонстрирует. Можно выбрасывать колено, и здесь будет попытка борьбы. Занимает позицию Мария Егорова. Берет захват и, возможно, проведет прием отсюда. Да, хорошая позиция, классическое боковое удержание для рукопашников, самбистов. Это очень удобное положение. Отсюда можно попытаться и провести болевой. Или просто прием. На себя, да. Пока что продолжает просто удерживать соперницу Мария Егорова. И вот сейчас, может быть, болевой прием. Отсюда можно сделать рычаг локтя. Почему бы нет? Да, делай, делай, кричит тренер. Мария, посмотрите, как там выломана рука Фабриэли. Она не может освободить конечность. Вот сейчас только пытается вытащить руку, но не сдается в то же время. Да, максимально деловито работает Мария Егорова. Прям и не скажешь, что это у нее дебют. Пошла вперед, провела бросок. Здесь необходимо еще разок отключить руку. Но из этой позиции даже бывали и удушающие, прям вот так, из такой позиции. Но там необходимо поплотнее взять захват. Пока что просто блокирует Мария соперницу. Вновь пытается провести болевой. Да, не может пока отключить руку. Артем Алексенко внимательно следит за происходящим. И подсказывает Маше, что тренер ее, что необходимо работать более активно, иначе поднимут стойку. Но пока что мы не слышим предупреждений, подсказок о том, что необходимо действовать более активно. Вот сейчас разворачивается Мария. Необходимо перенести центр тяжести. Подключила таз, все нормально. Можно работать по корпусу. Продолжает действовать уже из гарда Фабриэли Мария Егорова. Возможно, бразильянка очень хотела, чтобы в этом бою была борьба. Она есть, но протекает она не так, как Фабриэли хотел. Еще один удар, что позволит подняться или пойдет вперед Мария Егорова. Ну, безусловно, Мария тренировалась по ММА перед этим боем, но все-таки тренироваться это одно, а выступать на профессиональной арене другое. По сравнению с рукопашным боем, хоть и виды смежные, хоть они и похожие, но много нового здесь для Марии. Пока что справляется на отлично. В своем дебютном поединке, да, можно побить по бедрам, это принесет и дополнительное количество очков, и плюс еще отсушит соперницы ноги. Вешивается Артем Алексенко. Да, действительно, поднимается Фабриэли. Так, смотрим, что же будет здесь в стойке. Наверняка постарается наверстать упущенное. Фабриэли идет вперед. И тут из клинча. Здорово! Два удара и потом бросок. А это Мария Егорова что творит? А это первый бой у нее в карьере. Попытка выйти в фулл-маунта. Удается это сделать Егоровой. Сразу полетели локти. А Фабриэли пытается выбраться, но пропускает еще серию попаданий. Лицо незащищенное. Пошли удары с разных сторон. Фабриэли в критическом положении. И еще хаммерфисты полетели. Маунт очень высокий. Пытается спастись Фабриэли. Отсюда можно выйти, попытаться на рычаг локтя. Пытается Мария Егорова использовать любую ситуацию для нанесения максимального ущерба. На самом деле пару раз там так опасно двигалась голова Фабриэли. Казалось, что она вообще уже без сознания. Но здесь собралась. Широко должна расставить ноги Мария Егорова. Постарается, конечно, она провернуться. И начинается последняя минута первого раунда, который, в общем, забирает Марию Егорову в одну калитку. Единственное, что не получилось у нее сделать, пока что, во всяком случае, это выиграть досрочно. Но то ли еще будет. И вновь, вновь пытается выйти на рычаг локтя, но нет. Контроль сохрани! Контроль сохрани, кричит тренер Марии Егоровой. С этим она успешно справляется. Но это, скажем так, программа минимум. Просто контролировать. Ну и смело можно сказать, что Джози Фабриэли в ММА-серии так еще не били. Потому что Нина Харинова показала очень содержательный бой и выиграла, да. Но там таких повреждений Фабриэли не получала. Но и там было ощущение стойкое, что Харинова явно недооценивала Фабриэли. И, походу, для нее был очень неприятный сюрприз. Насколько непростая бразильянка. А здесь Мария Егорова вышла просто... усердно отработала первый раунд, но сейчас будет перерыв, а потом начнется уже неизведанная территория для Марии Егоровой, потому что все-таки в рукопашном бою, если не ошибаюсь, один отрезок 5 минут, а здесь 3 по 5. Очень интересно будет, как себя покажет Егорова. Заканчивается перерыв, и трибуны скандируют «Маша, Маша». Есть большая группа поддержки у Марии Егоровой. Итак, домодедовская ударница. Первый раунд выиграла в чистую. Возможно, 10-8 даже. Там прям много было урона. Итак, смотрим продолжение. Даст ли реабилитироваться Фабриэли? Ну, Фабриэли, в общем... Этим и славятся, прежде всего, своей выносливостью, своей стойкостью, умением идти до конца, умением перехватывать инициативу по ходу поединков. Сейчас пытается, взять захват пониже Фабриэли. Но широко встает Мария Егорова. Уже в одну ногу пытается пройти Фабриэли. Ну, поняла, да, бразильянка, что по 2 ноги не получится, слишком много сил надо. Сейчас Егорова... старается контролировать бедра соперницы, дабы не позволить ей бить коленями. Но сам факт, обратите внимание, Фабриэля теперь работает первым номером. Да, пока что кроме контроля стойки ничего нет, но... Она просто удерживает, действительно. Она пытается перехватить инициативу. И на самом деле там такой угол появлялся, где Мария могла и локоть докрутить. Ну, пока не вышла. Да, пока что Мария постукивает соперницу, тоже набирает баллы. Мы знаем, что контроль в стойке считается в последнюю очередь, когда все остальные показатели равны. Вот, пошли локти, да-да-да. Пошли локти, это... Опять же, нужно работать аккуратно, чтобы не попасть в затылок, и это понимает бразильская спортсменка. Ну и здесь все похоже на патовую ситуацию. Артем Алексенко уже предупредил, что выведет на центр, если будет продолжаться в таком же ключе. Да, Вальтер Уокер, посмотрите, как работает. Просто в режиме комментатора, даже хлеще. Да, для бразильской публики совершенно точно можно комментировать так, как Вальтер. Очень переживает. Естественно, традиционно мощная команда из Гор ММА поддерживает своих одноклубников. Ну а тем временем у нас уже 2 минуты позади. И есть! Ну, вновь включила ронду Розы Мария Егорова. Да, у Егоровой до рефлексов отработана эта передняя подножка. Она использует энергию соперницы, вкручивается и проводит эти великолепные броски уже 4-й или 5-й раз за этот поединок. И вот здесь была бы амплитуда для локтей, конечно, было бы еще лучше. Заблокированы руки. Посмотрите, просто торчит голова у Фабриэли. Она остается незащищенной. Да, Мария не может наносить катастрофический ущерб в этой позиции, но она бьет, она контролирует. И вот отсюда можно провести болевой прием, воздействовать на шею соперницы, на себя. Алексей Леник, например, прекрасно проводит вот подобные удушающие, но у него там целая коллекция, включая воздействование на диафрагму. Ну а тут пока просто доминирование. В одну калитку по-прежнему Мария Егорова ведет в этом противостоянии. И очень опасно здесь может резко завести ногу, на самом деле, и постараться выйти на удушающий прием Фабриэли. Тем временем Фабриэли оказывается за спиной у Марии Егоровой. И здесь, с одной стороны... Прям в висок сейчас было локтем. и слышен был на весь зал этот звук от удара кость в кость. Очень неприятные мгновения сейчас переживает Фабриэли. 1,5 минуты до конца второго раунда. Но здесь уже явно Мария Егорова вырвалась вперед давно и отработала, отыграла то, что было у сетки. Ну и в очередной раз отметим, что для 20 лет и первого боя Мария показывает невероятно содержательный бой. Да, мы часто комментируем, часто смотрим любительские турниры по Союзу ММА, и там много девушек выступает, они яркие. Вот, кстати, вот сейчас в эфире хотелось бы посоветовать Марии Егоровой просто заявиться на турнир по ММА, ну, Союзу ММА у девушек. Мне кажется, она бы там могла стяжать славу. С другой стороны, если вот так получается в качестве профессионала, почему бы не продолжать? Итак, Маша, сканирует трибуны. 45 секунд уже меньше до окончания этого поединка. Ну и все идет к... до окончания второго раунда, потом еще один впереди. Счету 2-0 все идет. Да, причем очень уверенно. И отключает в очередной раз руку. Вот сейчас уже, да, пытается Мария провести удушающий прием. Вставляет плечо, оказывает давление. И пошел прием. Получится или нет? Верит в него Мария Егорова. Хороший замок. Через руку давление на себя. Закисляется, закисляется конечность. Да, и заканчивается второй раунд. Ну что ж, 2-0 по раунду в пользу Марии Егоровой. Так держаться. Впереди минута перерыва и потом заключительный отрезок. Вальтер Уокера сейчас просто перенес, ну там, правда, было совсем небольшое расстояние, где-то полметра. Он поднял под руки и отнес в свой угол Джози Фабриэли. Настолько она устала, что просто не могла двигаться. Статистика вашему вниманию, которая красноречиво говорит о более чем существенном преимуществе Марии Егоровой. 2 раунда. Уверенно Егорова выиграла, но впереди еще 5 минут. Получается, второй раунд сложился для Джози следующим образом. Сначала она давила и тратила силы в стойке у сетки, потом ее бросили, били и душили примерно 3 минуты. Не самое приятное времяпрепровождение. Но здесь должны все секунданты Джозиане Фабриэли покинуть клетку. Закрывается калитка и начинается 3-й раунд противостояния Марии Егоровой и Джози Фабриэли. Болельщики, давайте поддержим девушек. Еще ВТБ-арена. В тайской манере от Марии Егоровой. Еще один удар. На сей раз в живот. Активно перемещается вертушка мимо цели. На характере идет вперед Фабриэли. Пытается она прессинговать. Здорово, здорово, вот так вот упреждает все атаки. Двойка в голову и потерялась от правого. Закидывает удар вопросом точно в цель Егорова. И уже понятно, что Фабриэли на морально-волевых идет вперед. А вы видели удар вопросов, как она провела его? И еще один удар, да. Видно, что Мария Егорова чем многое чего видела в мире единоборств, смешанных в том числе. Хайкик шокнула так. О, челюсти, джеб там же. А пока что похоже на избиение, то, что мы наблюдаем в 3-м раунде. И блистательно с дальней дистанции работает Егорова. Правда, сейчас настигает ее Фабриэли. Вот заигралась. Как же так? Но ничего страшного, надо вставать. Очень устала бразильянка, этим надо пользоваться, безусловно. Она очень легко выходит в гард, разворачиваясь. И есть возможность для атаки. Опять на болевой на ногу выйдет, да, сейчас. Ущемление ахилла, возможно, здесь получится выполнить. Смотрим, смотрим. Вкладывается в него Мария Егорова. Правильный ли там угол? И вот отсюда кажется, что Фабриэли пока болевых ощущений сильных не испытывает. Так или иначе, Мария верит в этот сабмишен. Да, тянут девушки за ноги друг друга. А время уходит. 3 минуты. 10 секунд до конца этой встречи. Уходи из этой позиции, надрываясь, кричит тренер Марии Егоровой, но она как будто не слышит его и продолжает колдовать над ногой соперницы. А Фабриэли тоже и сил нет, и ей что-то кричит, срывая голос. Вальтер Уокер, видимо, кричит, что необходимо пытаться выйти на скручивание пятки, потому что ущемление ахилла в ее арсенале не наблюдается. И вот такие удары, осторожно от Фабриэли, видимо, болевой на ногу не получится. А время уходит, полраунда, и смотрим, будет ли вмешиваться Артем Алексенко и поднимать спортсменок. Очень внимательно, таким оценивающим взглядом Артем Алексенко сейчас наблюдает за происходящим. Есть ли опасность, хватает ли активности? Вот сейчас подсказывает он девушкам, что неплохо бы активизироваться. В противном случае можно будет поднять их в стойку. Все. Надо вставать. Еще 2 минуты с лишним. Да. И вот сейчас очень важно не заигрываться дальше. Просто делать свою работу. Марии Егоровой. Двойка. Да. Со смещением. Очень круто двигается. Мария Егорова, да, она замедлилась, но, в общем, это 3-й раунд. В дебютном поединке она работает технично, красиво. Постоянные удары на смещение здесь. Удары тут же назад. Еще одна двойка. Идет вперед. Шизяна Фабриэли падает, бьется головой на стил, но Егорова пойдет ли за ней? Нет, опять же, максимально хладнокровно и прагматично работает Егорова. Здесь можно бить по икре, по бедрам. Может быть, даже по 5-й точке попробовать попасть. Все это не запрещается. Минута 20. Время работает на российскую спортсменку. Все. Да, Артем Алексенко дает возможность встать Фабриэли. И правый прямой, да. Еще один. Сколько съела уже Фабриэли в этом поединке? Нога по корпусу. Очень много работы отходя. В этом раунде проводит Мария Егорова. Ну, в плане чувства дистанции, реакции, она по-прежнему превосходит соперницу. Вновь закидывает правой боковой, но уже не смещается. Отступает по прямой линии, упирается в сетку и буквально врезается в Марию Джози Фабриэли. 40 секунд остается всего лишь до конца. Надо стоять. Маша, уже 30 секунд до конца поединка. Да, все нормально. Полминуты еще. И победа будет в кармане. Да, уверенно выиграла Мария. И 1-й раунд, и 2-й, да и в целом 3-й тоже, без вопросов. Да, 3-й, возможно, получился чуть ближе, ввиду того, что очень долго девушки пытались провести там болевой прием. В первую очередь, опять же, Мария. 10 секунд, колени по корпусу от Фабриэли. И бросочек, как вишенка на торте от Марии Егоровой. Но, если честно, я даже отчасти восхищен, а? Тут главное не перехвалить. Да, мы видели разные женские бои. Мы видели разные бои, в том числе и в ММА-серии. И Джози здесь всегда выступала со стопроцентной самоотдачей. Не исключением стал и сегодняшний ее поединок. Ну а Мария Егорова для дебюта это просто шикарно. 99 ударов попало. Еще один, и была бы соточка. Надо продолжать ей работать. И будем надеяться, что сегодня зажглась новая звездочка в российских смешанных единоборствах. 20 лет. Всего 20. Марии Егоровой. И вот такой дебют. Да, конечно же, есть моменты, над которыми нужно работать. Но, опять же, виден прямо титанический труд при подготовке к этой встрече. Да, 3 по 5. Вот так. В первом своем профессиональном поединке проводит сегодня Маша Егорова. Первый бой выигрывает. Пожелаем ей длительного и победного пути в профессиональных смешанных единоборствах. Сегодня был сделан 1-й шаг. Часто он бывает самым трудным. Этот поединок продлился 3 полных раунда. И перед тем, как объявить победителей, я попрошу вас наградить девушек аплодисментами. Они закатили настоящее, красивое представление по классическим правилам ММА. Победу единогласным решением судей в своем дебютном бою одержала Мария Егорова. Поздравляю Марию Егорову. Впечатляющее выступление, отличная работа. Твердая пятерка за этот бой. Участницы боя получают подарки от нашего постоянного партнера бренда «Рублевский неповторимый вкус» и оригинальная рецептура. И, судя по всему, сейчас мы увидим вызов. Сестра Джози Фабриэли. Так что, в принципе, давайте проведем face-to-face, а там посмотрим, договоримся, значит, сделаем этот бой. Я думаю, для всех это будет здорово и весело. И для нашей лиги тоже это будет классно, если сестренка подерется с прекрасно показавшей себя в этом бою Марией Егоровой. Мария, шикарный бой, четкий, классный, интересный. Я думаю, что с Джованной будет тоже очень интересно, если он будет. Давай сюда, девчонки, подойдите сюда. Иди сюда, сюда. Давайте поаплодируем девчонкам! Спасибо. И слава России! Напоминаем, Евгений Ершов сегодня будет биться с Артемом Тарасовым по специальным правилам. 3 раунда по 3 минуты. Что получится из этой битвы, очень интересно узнать. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com и в онлайн-кинотеатре Ока. Я напоминаю, у всех присутствующих на турнире и смотрящих нашу трансляцию есть возможность выбрать лучший бой вечера и лучшего бойца вечера. Отправляйте смс-сообщение на номер 5533 со словом «ММА», далее пробел, номер боя и цвет угла вашего фаворита. Победителя зрительского голосования я назову во время прямого эфира по завершении главного боя вечера. Генеральный партнер голосования — авиакомпания SmartAvia. Лоукостер нового смарт-формата, выгодный с умом, на flysmartavia.com. Пятый бой и вновь межконтинентальное противостояние. В октагон выйдут средневесы. И в синий угол клетки приглашается боец из Бразилии — Сефас Леал Сампайо. Двигаемся дальше. Средневесовая категория. Сефас Леал против Шамиля Магомедова. Сефас Леал Сампайо Джуниор. На ваших экранах опытнейший бразильский боец, который впервые приехал в Россию. Сегодня он проводит дебютный бой в ММА-серии. Представляет Леал за лайф ММА и, как правило, опирается на свою борьбу. Учитывая ударную мощь Шамиля, можно предположить, что и в этот раз Леал побежит бороться как можно быстрее. Все свои победы Сефас добыл досрочно. 6 раз выиграл приемами и 2 раза сумел нокаутировать оппонентов. Густаво де Хесуса Таковомся обесточил прямым попаданием. Правда, было это давно, в 2014 году. Вообще выступает Сефас уже более 11 лет и за столь большой срок провел всего 10 поединков. Дело в том, что после той самой победы нокаутом Леал не дрался аж 8 лет и вернулся лишь в прошлом августе. Выиграл 7 боев, в том числе и у Жоу Барбозы в Джангл Файт. Однако приехать в Россию в приподнятом настроении было довольно трудно, так как Леал уступил в своем последнем бою прямым нокаутом Леонардо Бессерри. Было это 29 июля. Всего 8 побед и 2 поражения у этого спортсмена. В красный угол октагона приглашается его соперник из России — Шамиль Магомедов! А вот и Шамиль Магомедов. Непобежденный 31-летний боец из Махачкалы. Он представляет московский клуб «Гор ММА». Мастер спорта международного класса по всестилевому карате, мастер спорта по ММА и боксу. Профессионально Шамиль выступает с 2015-го. Провел 11 поединков, все выиграл. Дрался на турнирах WFCA, Fight Nights, Eagle FC. Среди прочих побеждал таких крепких парней, как Надар Кудухашвили, Рамазан Гамзатов и Игорь Свирид. Всего 10 побед без поражений, 7 побед нокаутом, 3 приемами. Дебютировал в ММА-серии летом, без труда справился с Саджадом Зибарджадом, нокаутировал его во втором раунде. Сегодня второй бой здесь. Боец синего угла клетки. Ему 32 года, рост 1 метр 82 сантиметра, вес 84,2 килограмма. Из Бразилии представляет Life MMA. Он ветеран Demo Fight. Его профессиональный рекорд 8 побед при 2 поражениях. Сефас Леал! Его соперник боец в красном углу клетки. Ему 34 года. Рост 1 метр 83 сантиметра, вес 84 килограмма ровно. Из России представляет московский клуб «Гор ММА». Он мастер спорта международного класса по всестилевому карате. Мастер спорта по ММА и боксу. Его рекорд 11 боев, 11 побед. Шамиль Магомедов! Рефери в октагоне Артур Шайхов. Артур Шайхов внимательно следит за тем, чтобы оператор покинул клетку. Калитка закрывается и начинается противостояние в средней весовой категории. Шамиль Магомедов в красном углу, в синем Сефас Леал Сампайо Джуниор. Начинается встреча. Это первый поединок Сефаса в Российской Федерации, первый в ММА-серии. Бросается он вперед. Отчасти, наверное, Сефаса можно рассматривать как такую темную лошадку на сегодняшнем турнире. Так, дерзко по-хорошему Сефас идет вперед. Пробовал на прочность он сейчас Шамиля. Но... И опять же, пока Сефас не идет в борьбу. Это его базовый вид. Так, дергает периодически, проверяя реакцию Шамиля Магомедова. Но пока что мы наблюдаем паузу. Все присматриваются друг к другу, а Шамиль, очевидно, намерен провалить соперника и одной атакой закончить этот поединок. Ну и левую руку не всегда на должном уровне держит Сефас Леал. Возможно, и попробует правый хайкик Шамиль Магомедов. Он ногами здорово работает. Здесь пока боковой удар. Вновь подбирается поближе Магомедов. Но чувствуется опыт прессинга без ударов от Шамиля. Вот опять же пытается просто запереть у сетки российский спортсмен соперника, но ударов пока не так много. Ну и Сампайо, получается, стоит на месте, но постоянно делает движение головой, корпусом, тоже не представляет собой статичную мишень. Вроде как и не прочь, чтобы соперник подобрался на среднюю дистанцию и зарубиться на кулаках. Сампайо вот здесь показал проход бразилец. Джеб сдвоенный от Шамиля Магомедова. Да, и Сампайо ждет и включает пока что довольно однообразно правый оверхенд навстречу. Заряжается на него с уклоном и включается, опять же, дважды или трижды уже Шамиль Магомедов проверял его таким образом. Осторожный лоб по внутренней стороне. Никуда не торопится. Возможно, хочет подольше подвигаться сегодня. Шамиль Магомедов, продышаться. И... Очень неприятный лоу-кик сейчас был, но двойка ответил Магомедов. Есть покраснение на левом бедре. У Шамиля идет он вперед. Левый боковой тоже в связке с апперкотом. Но вот начинает взвинчивать темп Шамиль. Да, и там сразу же черно-синяя гематома возникла за коленом у Шамиля Магомедова. Махнул боковым. Ну и пока реакция не подводит Шамиля Магомедова. Опять начинает он качать корпусом. Еще один лоу-кик. Да, и как раз от правой ногой по животу и голове еще не работал Магомедов. И вновь подбор дистанции. 2 минуты всего лишь до конца первого раунда. Уже приноровился Шамиль к ударам справа от Сампайо. Еще один лоу-кик. И уже очень болезненными становятся эти попадания по уже отбитой ноге. И вот здесь на средней дистанции 2 удара. Попадают оба. Да, все очень аккуратно, все просто по-профессорски выверено у Магомедова. Еще один лоу-кик. Менее 1,5 минут до окончания первого раунда. И пока что все очень непросто, скажем так, в этом поединке. Да, попал здесь Сефас. Дважды причем. И еще один удар. Немного освоился бразилец. 16 на 10 по ударам, даже на 12 в пользу Шамиля Магомедова к этой секунде. Да, по корпусу. И да, Шамиль идет в борьбу. Сразу же пробивает живот, накрывает соперника, заходит в гард, пытается контратаковать треугольником. Сампайо пропускает правый прямой. И необходимо подключать локти в этой ситуации. Еще раз с ударом постарается зайти Шамиль Магомедов. Хорошая атака. 30 секунд и позволяет подняться оппоненту. Правый оверхед. Да, но лишь заулыбался в ответ Сампайо. Вновь правый через руку заходит у Магомедова. Хорошие атаки в концовке. И вновь вертушка. Точно в цель, но чуть не рассчитал с дистанции. Сефаса. Заканчивается первый раунд. И борьба. Борьба в исполнении Шамиля Магомедова. Кто бы мог подумать, что вообще российский боец будет прибегать к этой технике в данном противостоянии. Итак, перерыв. Пока все. Заканчивается перерыв. Не присаживался Сефас Леал Сампайо в этом перерыве. Что там, какие-то проблемы? Нет, все в порядке, готов продолжать. Нет, просит рефери полотенце, чтобы протереть Сампайо. Там гематома под правым глазом есть у Леаля. И огромная гематома на левой ноге у Шамиля Магомедова. Сразу же лоу-кик от российского спортсмена. И вот он, первый удар по второму этажу ногой. Но сейчас не зашло. И корпусом опять выигрывает пространство. Очень легко. Вертушка. Продолжается поединок, все по-джентльменски. Сейчас осторожный бой, ничего не скажешь. И вот такой заход. Да, закинул вертушку Сампайо, видимо, насмотревшись на удары Шамиля, но его ногу удалось Магомедову поймать. И теперь пытается развить атаку российский спортсмен. Поднимается все-таки Леаль. Мимо. Да, так со стороны чем-то Магомед Керимов внешне напоминает. Шамиль Магомедов. Попадает там Сефас. Вот так вот за ухо. Опасная техника. И левый снизу на отходе. Да, и Магомедов тоже попал. Причем и в первой атаке левым, и во второй атаке справа. Посмотрите, застаивается там бразилец. И идет он в борьбу. Необходимо выбираться. Все в порядке. Тут же можно атаковать. Там явно уже просел! Шикарный удар от Шамиля, можно завершать. Несколько ударов в голову. Артур Шайхов все видит. Темп очень высокий. Все! Браво! Браво, Шамиль Магомедов. И все-таки выигрывает досрочно, но не без проблем. Да, Сефас Сампайо оказался и темной лошадкой, как мы отмечали перед боем, и крепким орешком. Доставил серьезных проблем он Шамилю Магомедову в этом поединке, но тем более ценной становится эта победа, тем более она желанная. Смотрим еще раз. Уже финальная стадия после прямого попадания от Шамиля. 8-я победа нокаутом в карьере. И по-прежнему 0 в графе поражений. Итоговая статистика вашему вниманию. Приводят чувства Сефаса Леаля. Третья неудача у него в карьере. Вот таким получился его первый визит в Российскую Федерацию. Но надо дать должное Сефасу. Соперник очень непростой. Да, хороший боец Сефас Сампайо. Заставил, как минимум, себя уважать и Шамиля Магомедова, и зрителей, которые собрались на ВТБ-арене. Так, приглашаются бойцы на середину. Гивет Валдвадзе уже готов объявить победителя. На первой минуте 27 секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал Шамиль Магомедов! Поздравляем Шамиля Магомедова. 11-я. Возможно, одна из самых непростых побед в его карьере. На этом основной карт турнира ММА-серии 75 завершен. Впереди супербои. И следующим в клетку зайдут Евгений Ершов и Артем Тарасов. Парни, которые сражались с Александром Емельяненко. Смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com и в онлайн-кинотеатре Ока. Это 75-й юбилейный турнир ММА-серии «Все звезды» на ВТБ-арене. И мы благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. Российская авиакомпания SmartAvia, лоукостер нового смарт-формата, низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений приятно удивят вас. Выгодно и с умом на flysmartavia.com. Ну что, на очереди самые ожидаемые поединки сегодняшней программы. И первый поединок с удовольствием презентую вам. Медийное противостояние Евгения Ершова и Артема Тарасова. Артема Тарасова прекрасно знают наши болельщики, болельщики ММА-серии. Его прекрасно знают любители поп-ММА. Это человек, который не боится никаких вызовов. Он уже дважды выходил в октагон ММА-серии. На его счету бесчисленное количество хайповых и рисковых вызовов. Сегодня он сразится с Евгением Ершовым, рэпером-блогером, который давно зарекомендовал себя как зрелищный рубака и харизматичный шоумен. Их противостояние в октагоне ММА-серии войдет в историю. Но перед тем, как парни выйдут в клетку, они возьмут в руки джойстики и сыграют в Mortal Kombat. К игровым консолям приглашаются Евгений Ершов и Артем Тарасов. Итак, Евгений Ершов и Артем Тарасов будут выяснить отношения в клетке, но сперва выяснят, кто же сильнее в виртуальном пространстве. Евгений Ершов у нас за Саб-Зиро и за Люканга, Артем Тарасов. Такое классическое хрестоматийное противостояние. Артем Тарасов, можно сказать, свой в ММА-серии. Он уже здесь выступал несколько раз. Говорил пламенные речи. Ну и в целом Артем готов соревноваться. Чем чаще, тем лучше. Так, идет финальная настройка оборудования. Выбирается карта. И сейчас начнется виртуальный бой. Ну что ж, первый раунд. Поехали. Люкан против Саб-Зиро. Такая темная версия Люканга у нас здесь присутствует, но пока очень грамотно работает Ершов. Причем мы видим, что использует он серьезный арсенал из возможностей Саб-Зиро. Есть возможность спешала у Люканга. Но для этого нужно, чтобы Саб-Зиро был не в блоке. Да, промахнулся спешалом, и Саб-Зиро побеждает. Чувствуется опыт, причем приличный, у Евгения Ершова. Да, видимо, не сидел сложа руки Евгений. Тренировался не только в зале, но и практиковался в игре на консоли. Апперкот, точно цель. Пока здесь не получается, и шикарная атака Люканга, практически уравнялась линия жизни с раздушки, атака еще раз, какой темп держит. Артем Тарасов перехватывает инициативу, надолго ли? Опять же, было много ударов, но при этом, смотрите, жизни не так много. Спешл есть у Саб-Зиро, промахивается. Да, у Саб-Зиро все не очень хорошо, но смотрите, сейчас шансы уравнялись. И продолжает атаковать. Вот сейчас у кого первая успешная атака будет, тот и заберет этот раунд. На случай Саб-Зиро, если выигрывает, то будет целиком. Все. Вот это да. Саб-Зиро все-таки вырывает победу со счетом 2-0. Но на тоненького во втором раунде. Поединку в игровой битве одержал Евгений Ершов. Ну а как завершится противостояние в клетке, узнаем совсем скоро. Поединок с приставкой Special. Средняя весовая категория. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Артем Тарасов, представляю великий город России, Санкт-Петербург, он же 812. Что я думаю о своем сопернике? На самом деле для меня любой бой – это бой с самим собой. Мне не важно, кто передо мной, когда и в каком месте. Потому что для того, чтобы выйти подраться, мне нужно побороть самого себя. Что я делаю каждый раз, выходя на бои. Почему я хочу выиграть у Евгения Ершова? Все знают, что у нас с ним был определенный конфликт, который должен завершиться в клетке, потому что, как говорил мой коллега, хочешь драться, дерись в ринге. И сегодня в клетке мы узнаем, кто из нас сильнее. Ершов, я слышал, ты гасишься и пропадаешь. Не приехал на съемки, не пиарился за счет меня 2 месяца. Сколько можно прятаться? Будь мужиком и ответь за свои слова. В синий угол клетки приглашается боец из Москвы. Встречайте, Евгений Ершов! Так появляется Евгений Ершов, 24-летний боец, блогер, певец. Он из Волгоградской области, а конкретно из поселка Светлый Яр. За 9 лет Ершов сменил 8 школ, что было вызвано частыми переездами семьи. Жил в Ставропольском крае, потом в Краснодаре. И в итоге 18 лет оказался в Москве, где его карьера во всех смыслах и пошла вверх. В жизни Евгения много чего было. Камерство, опыт ведущего на радио, войны с Кариной Кросс, на которой он был женат около 2,5 лет, участие в реалити-шоу и так далее. Единоборство Евгений не рассматривает как самое главное в жизни. Он пришел в поп-ММА в 2022 году, провел несколько поединков, выиграл, например, у Михаила Лазутина, он же Лев Против, и с рекордом 4-4 вышел на бой с Александром Емельяненко, но проиграл ему по очкам. Тот бой, кстати, получился очень странным, и рефери почему-то не остановил встречу в первом раунде, когда Ершов мощным ударом просадил Емельяненко. Развивается Ершов не только в направлении ММА, но и бокса. Сотрудничает с Федерацией бокса России, лично с Умаром Кривлевым, был продюсером боксерского шоу «Патриот». В общем, так или иначе, Евгений Ершов идет рука об руку, можно сказать, с миром единоборств. Яркий, харизматичный парень, который готов сегодня заявить о себе в организации ММА-серия. В красный угол клетки приглашается его соперник из Санкт-Петербурга Артем Тарасов! Итак, Артем Тарасов на наших экранах. 33-летний боец из Санкт-Петербурга, базовый самбист. Мастер спорта, чемпион Санкт-Петербурга, к тому же еще плюс по рукопашному бою. 13 побед, 6 поражений по ММА, из них 11 побед приемами и 1 нокаутом. Но так, конечно, Артем настоящий пионер и звезда поп-ММА у нас в стране. Человек, который дрался с Вячеславом Дациком, Михаилом Кокляевым, Александром Емельяненко, Данилой Рыгвистом, персидским дагестанцем, Зелимханом Пулеметчиком и многими другими. Человек, который выступает по любым правилам и на любых площадках. Только в этом году и только по ММА уже провел 5 встреч. В феврале на ММА-серии 62 дрался с Бобрышевым. Тогда проиграл техническим нокаутом от лоу-киков. Ну и последние 2 боя выиграл на турнирах «Хардкор ММА» у Артура Кулинского и Усена Султанова. Стоит также отметить, что у Артема есть брат-близнец Корней Тарасов, который, если не ошибаюсь, тоже выступал в ММА-серии. Представляем вам участников 6-го поединка. Боец в синем углу. Ему 24 года. Рост 1 метр 90 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Из Москвы. Известный блогер, музыкант, боец по ММА и участник различных шоу. Его профессиональный рекорд – 1 победа при 2 поражениях. Евгений Ершов! Его соперник боец в красном углу. Ему 33 года. Рост 1 метр 77 сантиметров, вес 84,2 килограмма. Из Санкт-Петербурга. также известный блогер, боец ММА и поп-ММА. Его профессиональный рекорд 13 побед при 6 поражениях. Артем Тарасов! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Время супербоев на ММА-серии 75 все звезды. И сейчас действительно звездный состав у нас в клетке, включая Артема Алексенко. А так Евгений Ершов и Артем Тарасов у нас сейчас в клетке. Выясняют сильнейшего. Серьезное преимущество в росте у Евгения Ершова. На 13 сантиметров он выше. Сильная сторона Артема — это, конечно же, борьба. И посмотрим, сможет ли он в нее зайти. Зажимает у сетки Тарасов соперника и очень легко его переводит. Буквально выдернул сейчас он ноги из-под Ершова. Довольно нервно развиваются события на настиле. Да, конечно, рычаг локтя очень здорово проводит Артем Тарасов. Это один из его фирменных приемов. Но арсенал очень приличный. Нет, все-таки на рычаг заводит. И здесь нужно завести руку, ногу еще, правую. И там чисто перейти. Чисто самбистская техника в исполнении Артема Тарасова. Колдует он над рукой соперника. И сейчас не хватает немного ему контроля. Очень грамотно сработал Ершов. Сам перехватывает инициативу. Оказывается за спиной у Тарасова. Вот так вот, дамы и господа. Не так просто все будет. Оказывает воздействие Евгений Ершов. Будет готовить бросок, скорее всего, Тарасов. Колено по корпусу. Продолжает Ершов блокировать Тарасова. Вновь колено и отличная передняя подножка в исполнении Артема. Вновь оказываются спортсмены на настиле. Тарасов очень быстро залетает в фулл-маунт, и есть возможность поработать. Сразу же старается изменить позицию Ершов. Отсюда возможно добивание или все-таки коронный рычаг локтя от Артема Тарасова. Да, из маунта продолжает атаки Артем, но при этом не так много бьет. Попытку удушающего возможно. Ноги заправлены. Будет ли растягивать? Пока не получилось. И вот так отсюда пошел удушающий. Артем Тарасов, первый раунд, еще пару ударов. И вот так сразу, уже после гонга продолжается бой. Залетают секунданты с обеих сторон. И, ну, в общем, это ничего необычного. Здесь куча мала, удерживают Ершова. Там драка между тренерами. Такой... Ну все быстро разняли. И все абсолютно ожидаемо. Да, отдадим должное и Артуру Шайхову, Артему Алексенко. Алексенко досталось, ему попали в глаз. Будем надеяться, что обойдется все без серьезных последствий. Ну, Артем настолько добрый парень, что он уже улыбается. Судя по всему, задает сакраментальные вопросы Евгению Ершову. Зачем? Зачем? Ну, а как бы не развивались события дальше, Артем Тарасов молодец. А вот сейчас, смотрите, Ершов все никак не успокоится и оттаскивает его уже двое или трое. Этого не видно сейчас в кадре. Он пытался напасть сзади на Артема Тарасова, но не сумел этого сделать, ибо вмешалась охрана. Но все уже сказано в бою, это чистая победа. Постучал Евгений Ершов, признавая свое поражение. Вот они, цифры итоговые с точки зрения статистики. Но это уже не важно. Важно, что Артем Тарасов вернулся в ММА-серию и вернулся победой. Вот сейчас Евгений Ершов попросил прощения у Артема Алексенко. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Вот такой переход на удушающий прием. И был вынужден постучать на сдаче. Ну и потом, да, еще. Вот как раз момент, где попал, да, Евгений Артему. Но на самом деле Артем Тарасов-то не выдержал после этого момента. И после остановки первым нанес удар. Это мы сейчас видели, да, на повторе. Я имею в виду потом в размене. Досталось Алексенко именно от Ершова. Там выбрасывает перчатки в зал, Артем Тарасов и публика с радостью их ловит. Этот бой получился ярким, скоротечным, скандальным. В общем, каким он и ожидался. Дело в том, что бойцы еще должны оказаться на середине и должны поднять руку Артему Тарасову. Там продолжаются провокации с той и другой стороны. Да, причем Евгений Ершов выглядит как человек, который абсолютно ни с чем не смирился, несмотря на то, что непосредственно, когда было 3 человека в клетке, ему пришлось капитулировать, но сейчас предстоит еще сложная задача Артему Алексенко, ему необходимо. Успокоились, ведите себя достойно. Этот поединок продолжился 1 минуту 48 секунд. Победу удушающим приемом сзади одержал Артем Тарасов. Артем Тарасов выигрывает в специальном поединке на ММА-серии 75. И победа возвращается в организацию Вячеслава Камнева. Жень, что случилось после остановки? О, спасите! У этого пса неадекватного лучше. Это что было? Бой останавливает, летит с кулаками, добивает. Еще что-то кричит в мою сторону. Я вообще не инициатор данного противостояния сейчас был. Артем, давай не будем вместе здесь. Давай отдельно. Что случилось? Что с тобой? Ну что, я как старший из культурной столицы преподаю молодым и наглым уроки воспитания. Не понимают по-хорошему, будем работать по-плохому. Вот. Я могу сказать так, твой рэп убогий, будто ты видеоблогер. Вот. Дальше. А на самом деле, ну, Женя, сука, тяжелая тушка такая, пипец. Это охренеть просто можно. Это лирическое слово, да. Вот. Сотку весит, вес не сделал, ладно. Дал ему 1 раз, дал 2 раза, дал 3 раз. Когда хочешь, каждый день. Но у меня самое главное сегодня. Здесь присутствует моя супруга Яна. А можно ее сюда пустить? Ян, ты где? Яна. Вот, я считаю, что мужчина определяется по внешнему виду, как минимум, своей супруги. И сегодня я купил своей жене очень дорогие роликсы, которые стоят намного больше, чем мой гонорар. Вот. И прямо сейчас я хочу здесь, в прямом эфире, вручить. Подожди, пожалуйста. А можно микрофон? Ты определись, ты с микрофоном или без? Что? А и так, и так. На самом деле, может, у тебя есть роликсы, я не знаю, как они расстегиваются, чтобы ходить на руку. Кто знает, как они расстегиваются? Сейчас. Я хотел одеть на руки. Иди домой. Ладно, Яночка, это тебе стоит очень дорого, достать было очень тяжело, тем более перед Новым годом, но ты моя опора. Кстати, эта девушка со мной еще до того момента, как я стал прикольным, шучу, еще до того момента, как стал популярным. В общем, моя серия с Федор, тебе большое спасибо, то, что даешь выяснить все наши несогласия с такими, как Ершов. Спасибо команде ММА-серии, спасибо Федору, спасибо моей команде, Леша, Саня. У Сани сегодня день рождения, поздравьте его, пожалуйста, аплодисментами. Ну, моя команда, Артем Живая ставит, Виталий Тарасов, Тима Мамедов. Все, спасибо. Ершов, тренируйся, чтобы не получать после боя и до боя. Че убегаешь, а? Че убегаешь? Ага. Спасибо большое, ребята. Надеюсь, что... Давайте поаплодируем. Ну, да, хорошо, Жень, давай быстро тогда. Ты стоечку потяни, Тём. Стоечки шансов-то у тебя нету. Боролся ты мастак, я знаю. Но кто-то обещал со мной в стоечке стоять, но в ноги полетел. Пятки мои нюхать, как только представилась такая возможность. И что-то говорит мне еще про тренировки человека, который 2 года чисто в стойке работает, которому ты кричал, что в стойке вывезешь меня. И что в итоге ты показал, очкошник? Давайте поаплодируем ребятам в любом случае, да? Кто-то согласен, кто-то не согласен. Ну, скажу, что часть правды в словах Жени, вот в последних словах Жени точно была. Сегодня в соглавном событии турнира Сергей Бобрышев будет сражаться с Кассио Жакаре. Это будет защита серебряного пояса для муромского молота. Мы возвращаемся на ВТБ-арену. Прямой эфир телеканала MMA-TV.com и онлайн-кинотеатра Ока. Бой за серебряный пояс победителя ММА-серии. Битва бразильцев на российской земле. Внимание на экран. Привет, меня зовут Тьяго, моя фамилия Оливейра, но чаще меня зовут Сиригуэла. Я из Бразилии, из города Салвадор. Привет. Вы, конечно, меня узнали. Я Джефферсон. Я приехал из Бразилии. В Москве тренируюсь и представляю клуб «Гор ММА». Джефферсон очень крепкий парень, отличный боец, и он много раз побеждал. Но вне зависимости от того, что он будет делать, я постараюсь, чтобы пояс не остался в России, а уехал в Бразилию. Мой противник очень опытный боец, у него сильное джиу-джитсу, но, Тьяго, прости, скажу неприятное, в этом бою победитель уже есть. Минотавр, мне выиграть сегодня важнее, чем тебе. Я заберу пояс и увезу в Бразилию. Тьяго, я уважаю тебя как спортсмена, уважаю твой путь, но извини, чемпион, в этот раз победа достанется мне. В синий угол клетки приглашается боец из Бразилии. Тьяго Сиригела Оливейра! Так, начинается бой за серебряный пояс для Джефферсона Гонсалвеса. Ну а первым в клетке проделает путь его соперник Тьяго Оливейра. В хорошем настроении прибывает этот боец по прозвищу Сиригуэла. Сиригуэла — это фрукт Южной Америки, который напоминает по виду оливки, а по вкусу он кисло-сладкий. Ценится в Бразилии как закуска к горячительному. Что касается боев, то у Тьяго дела идут не очень хорошо. 1 победа и 7 поражений в последних боях. 3 боя проиграл в этом году. Георгию Кичигину, удушающим сзади, Эркину Дарменову дисквалификации, так как кусался Тьяго. И еще уступил Джейкобу Шепелю приемом. В свое время проиграл Роберто де Соузе, который не так давно одолел рыжего альфача в Райзене, если помните. Бразильское джиу-джитсу у этого 39-летнего спортсмена на хорошем уровне, имеется 8 побед приемами, а коронками Тьяго можно назвать гильотину и треугольник. Сегодня он дебютирует в ММА-серии, но по профи в ММА выступает очень давно, с 2009 года, и на данный момент провел уже 28 поединков, 17 побед и 11 поражений у этого спортсмена. Представляет команды Грейси Бара и Сиригуэла ММА Тим. Ну и не будем лукавить, сегодня Тьяго Оливейра выступает в качестве более чем серьезного андердога. Но опять же, это бразильское дерби. Здесь все может быть по-разному. Проверяет амуницию Артем Алексенко. Так, показал еще в камеру, что во рту у него тоже ничего, кроме капы, нет. Тьяго Оливейра. Красный угол октагона, приглашается его соперник Джефферсон Минотавр Гонсалвес. А вот и Джефферсон Гонсалвес де Лима да Силва по прозвищу Минотавр. Непобежденный 32-летний бразильский боец из Рио-де-Жанейро представляет московский зал Гор ММА. Он чемпион организации Strike Fighter, чемпион Humble Fight. Начинал 10 лет назад. Выигрывал в целом ряде региональных бразильских промоушенов, ну а имена побежденных им бойцов вряд ли вам и нам о чем-то скажут. В августе 2017 года подрался в ничью с Хендерсоном Феррейрой, который побеждал в свое время Рэя Купера III, Рика Стори и Пола Брэдли. Потом взял паузу на целых 5 лет и перезапустил свою карьеру уже в российской ММА-серии в московском клубе «Гор». В промоушене ММА-серия в этом году Джефферсон выиграл уже 5 боев приемами у Зияда Садайлы, Мухаммеда Эльдванси, решениями у Фашида Гулами, Дмитрия Засенца. Вот это был самый его сложный бой против победителя Гран-при. И Микаэля Дюбуа в последнем поединке тоже победил он его решением. Таким образом, Гонсалвес является одним из топовых полусредневесов ММА-серии. 14 побед, 2 ничьих, 3 победы нокаутом и 5 приемами. В последнее время дерется аккуратно. Видно, что дорожит Джефферсон Гонсалвес своей победной серией. Представляем участников 7-го поединка. Боец в синем углу, ему 39 лет. Рост 1 метр 85 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Из Порто-Алегри, Бразилия, представляет Сергела ММА Тим. Он ветеран Беллатор. Его рекорд 17 побед при 11 поражениях. Давайте громко поприветствуем Тьяго Оливейра! Его соперник боец в красном углу октагона. Ему 32 года. Рост 1 метр 88 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Представляет московский клуб «Гор ММА». Он обладатель бронзового пояса, победителя нашего промоушена. И сегодня идет за серебряным поясом. Его рекорд 14 боев, ни одного поражения. Джефферсон Минотавр Гонсалвес. Рефери в октагоне Артур Шайхов. Don't rush звучит из угла Джефферсона Гонсалвеса, и начинается его поединок с соотечественником Тьяго Оливейрой. Джефферсон в красном углу, Оливейра в синем. И работает в левше Джефферсон Гонсалвес. Действительно осторожное начало, первый хай-кик. Пока никуда не торопится Джефферсон. Много финтов, причем дистанция средняя, удобная для работы руками. По корпусу достает. И на самом деле по статистике там всего лишь плюс 3 сантиметра у Гонсалвеса. Но со стороны кажется, что преимущество существенно больше. И, соответственно, может пользоваться преимуществом в размахе. Попытка зайти в борьбу крайне неудачная. Вот Тьяго Оливейры. Но после нескольких попаданий в блок Оливейра явно занервничал. Понимает, что огневая мощь соперника явно превосходит его собственную. Решил побороться, но пошел слишком прямолинейно. И нет, рубящий удар сверху мы сами не увидим. Очень аккуратно старается зайти. Следующий этап борьбы. Джефферсон Гонсалвес, хаммерфисты полетели. Да, очень жестко перед этим пробил живот. И еще раз подсказывают угловые Гонсалвеса. Don't rush. Не бросайся. Работай аккуратно. И вот такие удары в голову. Даже и не нужно заходить в полный маунт. Джефферсону длины рук хватает для того, чтобы бить в голову. Очень серьезный урон. Джефферсон работает аккуратно и при этом очень жестко. Серьезные проблемы у Тьяго Оливейры. Никакой жалости к соотечественнику. Все предельно жестко в исполнении Гонсалвеса. И он явно стремится закончить этот поединок уже в первом раунде. Да, уверенной походкой, можно сказать, двигается Джефферсон Гонсалвес к серебряному поясу ММА-серии. 3 минуты с небольшим еще есть в первом раунде. Ну и пока все просто в одну калитку. Да, продолжает уверенно Гонсалвес разбивать соперника в партере. Правый локоть сейчас залетел. Попытка выйти от Оливейры. И тут есть возможность у Гонсалвеса продеть правую руку под подбородком, пытаться выйти на удушающий прием, но Джефферсон предпочитает еще побить. Да, просто держит соперника на правой ноге и на корпусе. Вот здесь отжимает от себя, локоть на короткие вбивает. Будет ли еще один? Оливейра близок к тому, чтобы встать. Там оказывается в капкане нога Гонсалвеса. С таким остервенелым выражением лица сцепился сейчас Тьяго в правую ногу Гонсалвеса, но пришлось отступить и вновь в живот. На самом деле там серьезные были ощущения. Испытывает Тьяго Оливейра, и у него сегодня ничего не получается. На самом деле даже непонятно, почему Гонсалвес не включает повышенные скорости. Кажется, все есть у него для того, чтобы закончить бой здесь и сейчас. Но он держит темп достаточный для того, чтобы соперника держать постоянно в сильнейшем напряжении. И при этом особо самому не переживать насчет растраченных сил. Да, очень хорошее давление и в целом прессинг со стороны Джефферсона Гонсалвеса де Лимы да Силвы. Прагматичный минотавр. Вот такого сегодня Джефферсона мы видим. Продолжается работа у сетки. Там Виктория, корреспондент ММА-серии, очень чему-то радуется. Прямо рядом с сеткой. Мы видим ее Она находится буквально в нескольких сантиметрах от спортсменов. И, судя по всему, уже готова взять интервью, причем прямо в клетке у Гонсалвеса, который сейчас просто забивает соперника. 40 секунд до конца боя. Да, но здесь точно можно говорить об оценке 10-8, потому что раунд мы посмотрели с вами односторонний. Да, причем односторонняя, беспросветная абсолютно для Тьяго Оливейра. И здесь, наверное, настолько же важно превосходство там физическое, как и вот психологическая ситуация, в которую попала Оливейра. Он уже практически сопротивляется. Но здесь нет, не на что сетовать. Вообще, Артур Шайхов большой молодец. Из гуманитарных соображений он останавливает этот поединок. Ну зачем? Зачем было это продолжать? Ну и на самом деле для проформы так Тьяго был недоволен, а потом тоже согласился и признал свое поражение. Да, очень грамотно здесь Артур Шайхов прочитал эту ситуацию. Ну и все было, кажется, очевидно во всем этом противостоянии. Поэтому упрекать в ранней остановке здесь рефери не стоит. 61,4. Это всего по ударам в пользу Гонсалвеса. Серебряный пояс в этой серии буквально через 40 минут окажется на его талии. Там хотел откусить ухо Тьяго Оливейра. Довольно редко можно увидеть вот такие поединки у нас в России. Я беру просто все промоушены вообще. Бразильские дерби устраиваются крайне редко. Так, 15-я победа Джефферсона Гонсалвеса. И что дальше? Серебряный пояс уже здесь, ну а следом золотой. Ну и помимо истории с поясами, просто есть Сергей Бобрышев, который, мне кажется, если так дальше пойдет, неминуемо встретится Джефферсон Гонсалвес. Не забываем также про Бобура Курбонова, который также выступает в полусреднем дивизионе ММА-серии. Этот поединок продлился 4 минуты 42 секунды. Победу техническим нокаутом одержал Джефферсон Минотавр Гонсалвес и завоевал серебряный пояс победителя ММА-серии. Для награждения в октагон приглашается директор ММА-серии Федор Ужов. Бригада Тьяго, Джефферсон. Давайте поздравим Джефферсона Гонсалвеса. На самом деле это противостояние выглядело как бразильское, но Джефферсон приехал к нам в марте, первый раз выступил у нас в марте 2023 года, и с тех пор одержал у нас подряд 6 побед. И сейчас это... сейчас 6-я победа, да. Соответственно, Джефферсон пришел с бронзовым поясом сюда, уходит уже с серебряным. С чем мы тебя поздравляем. Мы надеемся, что ты пойдешь вперед. У нас 77 килограмм, очень хорошая весовая категория. И я думаю, что у тебя будет очень много вызовов именно в этом весе. Поэтому потом я тебе объясню, что я сказал. I told you later after the fight. У нас переводчик есть. Ой, я забыл, у нас же переводчик есть. Parabéns com a tua vitória, é a sexta vitória nesta série e nós muitos parabéns a você. Glória and God to my God. Without Him, I'm no one. If you have one dream, never give up. I come from Brazil and I write my own history here today. I love my coach. God is sending him in my life to change my life. I want to say thanks for my friend Lucas. Chocolate, my friend Bogdan, I love you, I'll kill you, my guy. Walter, everyone. Eu quero parabenizar também aí o meu Tьяго Oliveira, guerreirão, veio do Brasil. Forte abraço. Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога. Без Божьей помощи я ничего бы не добился. И я приехал из Бразилии, чтобы тренироваться в России. Я благодарю своего тренера, своих друзей, Лукаса. И я благодарю своего противника Тьяго, который тоже приехал из Бразилии, чтобы сразиться со мной. Здесь у нас присутствуют два бойца, которые еще представляют, также являются соратниками Джефферсона по клубу Гор ММА, два бойца UFC, Богдан Гуськов и Вальтер Игнасио. Вальтер, правда, куда-то ушел, но Богдан в зале. С такой поддержкой Джефферсон должен был выиграть. Итак, еще раз поздравляем, Джефферсон, тебе серебряный пояс. Я напоминаю, что участники боя получают подарки от нашего постоянного партнера бренда «Рублевский», неповторимый вкус и оригинальная рецептура. В главном бою сегодняшнего вечера Сергей Дьяконов разделит клетку. Мы возвращаемся в октагон ММА-серии на 75-й юбилейный турнир. И благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. Российская авиакомпания SmartAvia, лоукостер нового смарт-формата, низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений. Приятно удивят вас выгодно и с умом на flysmartavia.com. А сейчас хочу представить вам участников соглавного боя вечера, рассказать о том, с чем подошли парни к этому поединку. Кассио Жакаре и Сергей Бобрышев. Защищать серебряный пояс ММА-серии в октагон выйдет муромский герой Сергей Бобрышев. На его счету 11 успешных боев ММА-серии, роскошные нокауты и самые кровавые побоища. Его новый соперник представляет Бразилию, команду Гор ММА, это Кассио Жакаре. На счету Кассио более 40 профессиональных боев в карьере. В нашем промоушене у него 3 поединка, и сейчас его серия побед в нашем промоушене — это как раз-таки 2 боя. Но перед тем, как парни выйдут в октагон, хочу сюда пригласить генерального директора MMA-TV.com Вячеслава Камнева. Вячеслав Евгеньевич, под аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители в зале и зрители телевизоров. Мы любим и показываем ММА. Join us, we are MMA fanatics. А сейчас расскажу немного о том, что же нам удалось сделать в 2023 году и что мы собираемся нового показать вам в 2024. Итак, сначала цифры. Мы провели 15 событий. Из них 5 прошли за рубежом. За рубежом Российской Федерации. Это и Армения, и Казахстан, и Египет, и ОАЭ. Также мы провели 147 боев, включая, конечно, мы учитываем и 75-й турнир в этих цифрах. Из них 103 завершились досрочно. Вот такая у нас статистика. Давайте похлопаем нашим главным героям-бойцам, которые проходят через эти бескомпромиссные бои. А участвовало у нас более 200 бойцов, 15 из которых дебютанты. Мы дали им возможность выйти профессионально первый раз именно в нашу клетку. Сегодня, кстати, вы видели тоже дебютантку Марию Егорову, которая совершенно достойно ворвалась в профессиональный ММА. Мы провели 18 титульных боев. Кстати, это опять-таки с учетом 75-го турнира, где у нас пройдет 3 боя титульных, 3 главных боя. Основных боя, 5-раундовые, по 5 минут, вздумайте в эти цифры. И ребята получают пояса постоянных победителей или дерутся за то, чтобы сохранить их. Потому что пояса наши передаются. Мы, кстати, первый раз будет платиновый пояс с камнями. Разыгран именно сегодня, вы увидите этот бой, главный бой, в котором Сергей Дьяконов будет участвовать. Наш боец из Мурома, руководитель клуба «Молот». Мы провели гран-при в 57 килограммов среди мужчин. Его выиграл Григорий Мишин. Мы гордимся, что у нас есть такие парни. Мишин – представитель клуба «Кузня», одного из наших, можно сказать, партнеров на все времена. Мы, конечно же, развиваем технологии. Те, кто смотрит нас в телевизоре, может видеть, как много всего мы даем для того, чтобы было интереснее смотреть. Мы показываем статистику, которую в онлайне ведут наши специально назначенные обученные люди. Спасибо вам, ребята, вы делаете отличную работу. Мы даем возможность нашим комментаторам использовать эти цифры, потому что спорт постигается через цифры. Спасибо вам, коллеги, вы делаете также очень важную для наших зрителей работу. Мы развиваем технологию показа. Вы видите многое глазами рефери, когда он в своей камере, которая у него на лбу, можно сказать, горит как звезда, показывает вам близко-близко, что же происходит непосредственно, когда бойцы дерутся у клетки, и он их даже должен остановить в какой-то момент времени, чтобы не было травм, потому что мы против этого, мы хотим, чтобы это был настоящий профессиональный спорт, а значит, мы стараемся, чтобы бойцы получили как можно меньше травм и могли продолжать свою работу. Итак, мы развиваем технологию, и, конечно же, мы близко с направлением фиджитал, мы поддерживаем игры будущего, мы готовим не одну, несколько команд для игр будущего, которые начнутся в 2024 году, уже скоро, 21 февраля, в городе Казани. И там будет, конечно же, фиджитал ММА, где вы увидите, как бойцы дерутся в Mortal Kombat, а потом показывают свое настоящее ММА в клетке. И оценивается это интегрально. Мы готовим самых настоящих людей будущего, которые умеют и управлять технологиями, и при этом они отнюдь не слабаки. Итак, 5 больших турниров, которые мы провели в Москве. Еще 3 турнира, которые мы провели тоже стадионных в этом году, на стадионах не в России даже. Или же в Калуге, вот совсем недавно прошел тоже большой стадионный турнир. Мы очень рады такому сотрудничеству. И всего 8 стадионных турниров прошли в этом году. Что же мы хотим в следующем году? Мы хотим, чтобы также развивалась наша сеть вещания. Сейчас вы можете видеть нас в 41 стране мира. Мы хотим, чтобы это число увеличилось. Сейчас уже более 100 миллионов телезрителей по всему миру могут смотреть нас. Мы хотим, чтобы эта цифра росла. Для этого мы показываем настоящие ММА. И мы хотим провести 20 событий в следующем году, из которых, наверное, половина будет стадионного формата. Из них 4 события мы хотим провести в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Это даст такую площадку для международного ММА. И мы уверены, что будущее смотрит, конечно же, в международном формате сотрудничества. И мы хотим участвовать в профессиональной ММА совершенно точно вне политики. И все знают, что бойцы профессионального ММА со всего мира участвуют свободно во всех соревнованиях. Мы хотим, чтобы было именно так, поэтому мы выбираем тоже международные площадки, на которых мы организуем свои события. Итак, 20 событий. Большое количество событий стадионного формата. В том числе мы очень рады сотрудничеству с ВТБ-арена и хотим провести здесь несколько событий. Надеюсь, что коллеги из ВТБ-арены меня в этом поддержат. И наши зрители тоже поддержат. Давайте поаплодируем сами себе. Ведь мы пришли сегодня в этот день суда. Несмотря на погоду, на какие-то, всегда есть какие-то неурядицы. Мы хотели быть вместе, чтобы вместе получить настоящие эмоции от того, чтобы поучаствовать в настоящем событии самого настоящего реального ММА. Давайте вместе получим это наслаждение и дадим возможность нашим бойцам показать себя с лучшей стороны. А мы любим и показываем ММА. Я не устану это говорить. Гиви, давай продолжим наше событие. Впереди у нас 2 главных боя. На очереди заглавный бой вечера. Поединок за серебряный пояс победителя ММА-серии. Полусредний вес. Внимание на экран. Привет, меня зовут Кассио Жакаре. Я из Бразилии и представляю клуб «Гор ММА». Всем привет, меня зовут Сергей Бобрышев, я из города Муром. Мой противник хороший боец, но я понимаю его манеру ведения боя. Мы в этом похожи. И я уверен, что спокойно смогу выиграть этот бой. Соперник довольно-таки непростой. У него хорошо развита борьба. Я видел его в поединке. Крепкий борец. Я использую многое из джиу-джитсу. Это моя сильная сторона. Но никакого плана на бой у меня нет. Потому что, когда выходишь в октагон, все идет не по сценарию. Сергей! В этом году я забрал серебряный пояс и хочу принести его в следующий год. Не скажу, что уже заканчиваю свою карьеру, тем не менее иду к ее завершению. Поэтому приложу все усилия, чтобы выиграть пояс. Я готов драться, и это будет кровавый бой. Кассио Жакаре, ты не туда свою лысую голову суешь. Я иду к тебе. Сергей, я уверен, я выиграю, а ты проиграешь. Будь осторожен, Кассио Жакаре ждет тебя. В синюю угол октагона приглашается боец из Бразилии Кассио Жакаре! Кассио Барбоса де Оливейра по прозвищу Жакаре. На ваших экранах 40-летний бразилец из муниципалитета Паулиста, штата Пернамбуко, представляет команды «Гор ММА» и «Жакаре Тим», профессионально выступая с 2009 года. 7 побед, 1 поражение в первых боях, затем черная полоса из 2 неудач. Далее 9 побед и 1 поражение. Потом 1-1 с Бруно Силвой. С 2015 года больше путешествует как джорнимен. Дрался с Томашем Наркуном в KSW, Гаджибуратом Антигуловым в ACB, Сергеем Романовым в OFC. В прошлом году провел 3 поединка, 1 победа и 2 поражения. Уступил Клеберу Соузи и Клеберсону Таваресу. Дебют в ММА-серии тоже получился со знаком минус. Но опять же, не будем забывать, с кем встретился Кассио. С ныне действующим бойцом UFC Вальтером Уокером, как вы понимаете, в тяжелом весе. Ему Жакаре проиграл нокаутом во втором раунде. Далее в карьере Кассио начался период положительный. Сперва он выиграл у Шамиля Абдухаликова с кручиванием пятки, а затем у Дмитрия Лазурина выиграл рычагом локтя. Всего 20 побед, 15 поражений, 1 ничья, 2 победы нокаутом и 13 приемами. Последний бой провел в среднем весе. Сегодня дерется в дивизионе до 77 килограммов. Итак, в клетке Кассио Жакаре. Ждем Сергея Бобрышева. Красный угол октагона. Приглашается его соперник из России. Давайте громко встретим Сергей Бобрышев! Солнце в зените, и покуда есть куда идти, льдинами битыми станут айсберги на моем пути. Пока солнце в зените, и... Сергей Бобрышев выходит к клетке ММА-серии. 30-летний боец из города Муром. Начал заниматься ММА не так давно, всего 6 лет назад, в клубе «Молот» у своего друга и основателя клуба Сергея Дьяконова. 16 побед, 3 поражения, 2 боя признаны несостоявшимися, 10 побед нокаутом и 2 приемами. Все поражения решениями, и сегодня у Сергея 4-й бой в этом году. Возможность закрыть этот год на мажорной ноте. Ну и что, наверное, еще важнее, он возвращается после ужасного кровавого побоища, которое он героически выиграл в реванше у Бобура Курбонова по итогам 5 раундов. В общем, у Сергея Бобрышева огромное количество личных фанатов. И здесь, на ВТБ-арене, тоже его неистово поддерживают. Очень харизматичный боец, за которым всегда интересно наблюдать. Неважно, выигрывает он или проигрывает. Но сегодня, естественно, выходит в статус фаворита. На самом деле, тут еще одно сравнение просится. У нас на ММА-небосклоне вот 2 бойца выходят в панамах. Это Сергей Бобрышев и Виталий Слепенко. Кстати, вес один и тот же. Пока солнце в зените, и покуда есть куда идти, льдинами битыми станут айсберги на моем пути. Пока солнце в зените, и... Представляю вам участников соглавного боя вечера. В синем углу клетки, ему 40 лет. Рост 1 метр 81 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Из Бразилии представляет московский клуб «Гор ММА». Он обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд — 22 победы при 14 поражениях. Кассио Жакаре! Его соперник — боец в красном углу октагона. Ему 30 лет. Рост 1 метр 77 сантиметров, вес 77,4 килограмма. Из Мурома, Россия. Он обладатель бронзового и серебряного поясов, победителя ММА-серии. Победитель премии MMA-TV.com Awards 2020 и 2021 года в номинации «Бой года». Его профессиональный рекорд — 17 побед при 3 поражениях. Давайте громко поприветствуем Сергей Бобрышев! Рефери в октагоне — Артем Алексенко. Начинается главное событие турнира ММА-серия 75. Все звезды. Сергей Бобрышев против Кассио Жакаре. Российско-бразильское противостояние. Полсредний вес. Дивизион до 77 килограмм. Все внимание в клетку. 3 раунда по 5 минут. Как всегда, широкая стойка у Бобрышева. Начинает он работать по корпусу и по ногам соперника на первых же секундах. Хайкик. Чуть скользь. Очень много ударов левой ногой. Естественно, будет искать свою борьбу. Жакаре пытается прессинговать, давить. Да, несколько финтов от Жакаре. Он показывал проход в ноги, затем выходил с апперкотом. Еще один удар ногой. Сложение получилось, но по защите от Бобрышева. Очень нервное начало. Слушает свой угол Бобрышев. Только сказали, можно под переднюю, и сразу же он пробивает лоу-кик. Да, старается вырабатывать игру. Переключается на вот верхний этаж. Хаммерфист из стойки. Так тоже можно. Не только Артем Лобов умеет выполнять такие удары. Плотные джебы от Бобрышева. Ну и вообще у Сергея действительно свои хаммерфисты. Есть двойные, но молоты. И вот такой перевод. Тот же Жакаре пытается накрыть сверху. Да, сразу же вцепился, буквально вгрызся в Бобрышева Жакаре. Но недаром Жакаре переводится как аллигатор. Пытается развить успех. На одной ноге оказывается Бобрышев у сетки. И вот такая защита. Локоть на городке там получился. С вращением пытался уйти Сергей. Отдает спину. Еще одна попытка будет, видимо, у Кассио Барбосы де Оливейры. Пытается свалить вперед тамурского спортсмена. Очень цепкий боец. Кассио продолжает удерживать Бобрышева. Нужно разрывать захват. И вот так приподнял и опустил на 4 точки сейчас Сергея Бобрышева. Да, не смог бросить. Дело в том, что очень грамотно правой ногой отработал сам Сергей. Зацепился за ногу же соперника. И поэтому только вперед пришлось действовать. Кассио Жакаре. Нагружает он сверху, 2 минуты позади. Интересно, с какими мыслями смотрит за этим поединком Сергей Дьяконов, который выйдет в клетку совсем скоро, в следующем поединке. Попытка удушающего. Заправляет одну ногу, и ситуация становится все более серьезной для Сергея Бобрышева. Вот сейчас он делает характерные движения, чтобы сбросить с себя бразильского спортсмена. У того 2 ноги заправлены. Там, кажется, одна есть, а вторая боббиф так идет как раз. Пытается контролить ей. Что здесь? Сваливается Жакаре, но это осознанное действие. Он пытается сейчас выйти на болевую на ногу, прихватывает. Делает все, чтобы вытащить пятку и пробивает очередной камерфист. А Бобрышев друг другу навстречу сейчас шли бойцы. И Жакаре оказался проворнее. Правда, пришлось ему пропустить пару ударов локтем в голову. В гарде продолжает работать Кассио Жакаре. Скрестил ноги. Сергей Бобрышев с оттяжкой. Можно подключать локти. 2 минуты. Да, в напряжении держит этот поединок однозначно. Вальтер Уокер там активно советует Кассио, как ему действовать. Много пространства, и пока не удается Сергею выбраться из этой борьбы. Ноги под бедра не вставляет. Подсказывают Сергею, что необходимо восстанавливать гард. Он это делает. И можно работать снизу. Серега, Серега скандирует ВТБ-арену в Москве, поддерживая Бобрышева, но на самом деле у Бобрышева есть определенные проблемы. Вот это да! Двойные хаммерфисты снизу, это действительно что-то новенькое. Сверху Сергей бил. Да, и сразу же локоть. Вот так, хорошо сейчас челюсть дважды попадает. А Бобрышев, он наносит больше урона, находясь снизу. В последнее время все более активно начинают бойцы именно в плане ударной техники работать. И сейчас... есть! Ошибку, Кассио. Поднимается Сергей Бобрышев. И есть еще минута, есть время, можно атаковать. Пошли джебы и тряхнуло сейчас после последнего. Нокаут! Апперкот! Сергей Бобрышев ставит точку в этом противостоянии. Просто в стиле Конора Макгрегора, ну действительно же получилось именно так. Отличный удар снизу, и в мир снов отправляется Кассио Жакаре. Знаете, и любит Сергей Бобрышев, потому что он всегда устраивает шоу. И Его поединки — это такой кристаллизованный перволом с валидолом для фанатов. Нокаута, при этом очень тяжелый для 40-летнего Кассио. Сейчас ему оказывает помощь. Товарищи по команде, Артем Алексенко, от него не отходят. Но Сергей Бобрышев празднует заслуженную победу. Это было нелегко. Но, судя по всему, борьба забрала очень много сил у Кассио. И когда спортсмены оказались на ногах, уже скорость реакции у него сильно упала. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Подготовка и вскользь был удар. За ухо попал. То есть этот удар был как раз в ту самую зону, в которую довольно часто попадал, например, Балкан Артемир, но удар пришелся именно по касательной, но в нужную точку. Да, прям очень похоже на так называемый булаву. Попечительского совета MMA-TV.com Сергей Павлович Кузубенко. Со стороны может даже показаться нокаут удивительным, но вы видели, как упал без сознания бразилец. Да, я сейчас смотрел повтор, и мне вот смотришь, и кажется, что удар был мимо. Но нет. И при этом возникает диссонанс, да, без сознания, там, судороги сводили тело Кассио. Как он упал, это был действительно глухой нокаут, и вот такой удар. Очередная иллюстрация того, что не требуются какие-то там... попадание силы кувалды для того, чтобы нокаутировать даже такого могучего парня, как Кассио Жакаре. Главное попасть точно. Вот и супруга Сергея с сынишкой. Нокаутом одержал Сергей Бобрышев. Защита серебряного пояса прошла у Сергея на отлично. Наше поздравление, и Новый год вам будет встречать в хорошем настроении. И, конечно, Жакаре отличный боец. Сергей прервал серию, победную серию нашего бойца из Бразилии. И я уверен, Сергей, что это твоя самая сложная победа, которая была у тебя на самом сложном соперником, по крайней мере, за последнее время, за то время, пока я с тобой наблюдаю. Ты провел очень много конкурентных боев. Но сегодняшняя победа над очень непростым бойцом. Это очень достойный бой. Поздравляю тебя. Я не могу тебе вручить пояс. Сергей Павлович не вручит тебе пояс, потому что у тебя есть твой пояс. И ты его сегодня сохранил. Ты молодец. Просто заслуженная победа. Поздравляю тебя еще раз. Сергей Павлович, вы наблюдали этот бой. Что скажете нашему бойцу из города Муром? Сережа, ты всегда радуешь. Любые поединки, которые мы наблюдаем, они всегда у тебя скорометные, интересные, бывают даже очень кровеносные, но бывает и такое. Но ты достойно подошел, подготовился к сегодняшнему бою и показал себя с самой лучшей стороны, особенно в борьбе. Тебе как-то всегда в борьбе не везло, а сегодня ты из борьбы выходил несколько раз достойно. Наверное, поэтому и победил, что мог оттуда выйти. А мог и не выйти, противник этого ждал. Я тебя поздравляю с победой от всей души и вручаю тебе еще раз пояс. Сергей Бобрышев действительно сейчас встретился с бойцом. Ну, просто немножко пояснить. Кассио Жакаре — это человек, который сражался в тяжелом весе, потом спустился в средний вес, где победил очень опасных бойцов, таких как Шамиль Абдухаликов, Дмитрий Лазурин. Это настоящие монстры и джиу-джитсу, и просто, в принципе, борьбы. И, безусловно, были опасения, когда этот бой состоялся. Но в очередной раз Сергей показал очень важный момент, который мы очень ценим. Он не боится вызовов. Со всех сторон ему говорили, что он связался с монстром, и что он не вытянет. Он, несмотря на это, вышел на бой и показал, что любого монстра можно победить при правильной подготовке, при хорошем настрое. Сергей, поздравляю тебя еще раз с этой победой. Реально было крутое событие. Я хочу небольшой сюрприз тебе сделать. Здесь присутствует твоя жена. Вот, совершенно неожиданно для тебя. Я попрошу ее... Нет, он не дома, Сера, он не дома был, он был здесь все это время. Все это время был здесь. Иди скорее к Вадику. Привет! Привет! Всем привет! Очень жаль, что мой муж это настоящий чемпион. Год назад у нас родился сынок, и ты мечтал посвятить ему победу. И вот через год мы вместе в октагоне. А еще сегодня огромная поддержка Мура. Мы пол отеля заселили, все приехали. Все с нами. ММА-серия, я вас так благодарю, что вы верите в моего мужа. Спасибо вам за все. Перед Новым годом хочу всем спортсменам, своему мужу и всем, кто в спорте, пожелать верить только в себя, только в свои цели и только в спорт. А нам, женщинам, искренне любить своих мужчин. А я как раз перед выходом говорю, я должен этот поезд привезти обратно домой. Мой сын любит им играться. Вот, поэтому, сынок, Доброслав, я тебе отдаю его обратно, ты можешь играться. Пару слов, да. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов, директоров, естественно, за такую возможность давать себя проявить, радовать людей, соответственно, своими боями. Это моя работа. Я работаю в этом, и я буду работать дальше. Я хочу еще быть лучше, еще совершенствовать. Я хочу, чтобы меня знал весь мир, абсолютно весь. И я не шучу в этих словах, они серьезные. Вот. Хочу большое сказать спасибо своим спонсорам, так как я без них бы, мне было бы тяжело подготавливаться к таким турнирам. Было бы тяжело себя проявлять, да, это эстетика вкуса. Дима Матвеев, брат, ты здесь, я знаю. Тебе большое спасибо за твою помощь ко мне. И еще один спонсор, да, это Муром Авто. Спасибо вам большое. Спасибо, что даете возможность хорошо подготовиться к моим боям. Хочу поблагодарить весь Муром, весь, который здесь сейчас находится. Ребята, дайте еще раз шуму. Дай чуть-чуть еще. Это классно, это здорово. Спасибо вам огромное. Естественно, моя жена, любимая. Спасибо тебе, что ты здесь и привезла мне сына. Это неожиданно круто. Спасибо всем старшим своим. Миша Морозов, спасибо тебе, дорогой, что тоже поддержишь меня, несмотря ни на что. Всем ребятам. Могу забыть сейчас, немножко волнуюсь, да, не всем передам привет, но вы все здесь. Витя Калуга, брат, ты тоже здесь. Тебе отдельное спасибо. Всем спасибо, всем добра и любви, всех с наступающим Новым годом. Обязательно я проходил подготовку в клубе «Кузня». Я пахал там целый месяц. Там, ребята, звери. Они не дают отдохнуть, не дают расслабиться. Там жарко, постоянно жарко. На этого и Краснодар. Клуб «Кузня», тебе привет. Братцы, спасибо вам за подготовку. Я к вам еще приеду однозначно. Всем спасибо, всем добра. А мы продолжаем, потому что у нас впереди главное событие этого вечера. Еви. Я напоминаю, что все участники боя получают подарки от нашего постоянного партнера бренда «Рублевский». Неповторимый вкус и оригинальная рецептура. Кульминация 75-го турнира ММА-серии «Все звезды». Я напоминаю, что у всех присутствующих на турнире и смотрящих прямую трансляцию есть возможность выбрать лучший бой и лучшего бойца вечера. Отправляйте смс-сообщение на номер 5533 со словом «ММА», далее пробел, номер боя и цвет угла вашего фаворита. Победителя зрительского голосования я назову прямо во время эфира по завершении главного боя вечера. Генеральный партнер голосования — авиакомпания SmartAvia. Лоукостер нового смарт-формата, выгодный с умом, на flysmartavia.com. Впереди главный бой вечера. Я хочу вас познакомить с его участниками. За первый в истории Лиги платиновый пояс победителя — муромский молот Сергей Дьяконов. Безоговорочно сильнейший тяжеловес ММА-серии выйдет в октагон. На его счету 9 побед в 9 поединках. Он обладатель 3 поясов победителя: золотого, серебряного и бронзового. Ну и соперник его весьма непрост — бразилец Эдинальдо Новаэс. Он лишь однажды выходил в октагон серии, но одолел чемпиона мира по смешанным единоборствам Заура Гаджибабаева. Это будет, безусловно, интересный и мощный бой. Главный бой вечера. Внимание на экран. Привет, меня зовут Эдинальдо Новаэс. Я из Бразилии, из города Фейра-ди-Сантана в штате Баия. Всем привет, меня зовут Сергей Дьяконов. Я представляю клуб «Молот» из города Муром. Я с большим уважением отношусь к своему сопернику. Он взрывной и сильный парень, умеет выигрывать бои нокаутами, хорошо работает ногами и быстро наносит удары. Соперник ударник, наглый, дерзкий. Побил хорошего бойца в нашей лиге, это Заура Гаджибабаева. Я приготовил для него несколько сюрпризов. Это мечта всей моей жизни – выиграть значимый пояс. А в такой организации, как ММА-серия, это очень почетно. Я жду этот бой. Надеюсь, что вы тоже ждете красивое зрелище, которое мы вам покажем. Для меня каждый бой важен, а этот бой важен в особенности, так как я хочу войти в историю этой лиги, став первым обладателем платинового пояса. Сергей, думаю, ты догадываешься, зачем я проделал большой путь и выхожу сегодня против тебя в октагон. Готовься, я выиграю и увезу пояс с собой в Бразилию. Эдинальдо, ты приехал в Россию, чтобы побить меня и забрать пояс. Не пытайся. Ты не знаешь, с кем связался. Не советую. Главное событие в рамках 75-го турнира ММА-серии. Битва тяжеловесов за платиновый пояс победителя. И в синий угол клетки приглашается боец из Бразилии — Эдинальдо Новаэс. Эдинальдо Новаэс. На ваших экранах 36-летний бразильский нокаутер из Фейра-де-Сантаны, что в штате Баия, по прозвищу Нальзиньо. Представляет Новаэс за Life MMA и сегодня выходит уже на свой 19-й бой в карьере. И второй в ММА-серии. Первым он здесь отчасти сенсационно одолел Заура Гаджибабаева решением. Собственно, до победы и стало пропуском в сегодняшний мейн-ивент. Начал же свой профессиональный путь Эдинальдо в 2011 году, и первые годы карьеры прошли со знаком минус с точки зрения статистики. 3 победы при 5 поражениях за первые 2 года. Далее Новаэс взял паузу в 3 года и вернулся совершенно другим бойцом. С июня 2016 по сегодняшний день этот здоровяк выиграл 9 поединков и уступил лишь в одном. Сейчас идет на серии с 3 побед. Выиграл в том числе еще и у Майкона Мамута в Legacy Fighting Alliance. Ну и, как вы знаете, Майкон сейчас тоже выступает в ММА-серии. А успех во встрече с Гаджибабаевым состоялся 17 декабря прошлого года на итоговом 60-м турнире ММА-серии. Так что Новаэсу не привыкает драться в главных турнирах промоушена Вячеслава Камнева. Всего 12 побед и 6 поражений. В красный угол клетки приглашается его соперник из России — Сергей Дьяконов. А вот и Сергей Дьяконов, 39-летний боец из Мурома, руководитель и главный тренер клуба «Молот», призер первенства Центрального федерального округа по ММА, рукопашному бою и грэплингу. Как профессиональный боец выступает с 2015 года. В первых 2 поединках на турнирах Тамбовской и Владимирской федерации ММА одолел техническим нокаутом Андрея Ларкина и Александра Александрова. Потом также техническим нокаутом уступил Михаилу Аллахвердяну, после чего одержал 6 побед. В 2019 году уступил Виктору Вечерину. С тех пор выступает успешно, идет на серии из 9 побед. На турнирах ММА-серии Сергей провел уже 7 поединков, нокаутировал Евгения Михалева, Наталисию Фильо, заставил сдаться Виталия Киселева, решением одолел Винисиуса Морейро, нокаутом Махмуда Тантави, техническим нокаутом взял верх еще над одним египтянином Махмудом Афией. И в последнем бою также ТКО в первом раунде разобрался с бразильцем Алехандро Саларзаном. Так что, получается, был египетский период в карьере Сергея, сейчас бразильский. Всего 17 побед, 2 неудачи, лишь 2 поединка. За всю карьеру дошли до решения. 12 побед и оба поражения в первом раунде. 12 побед нокаутом и 2 приемами. Вот такой боец Сергей Дьяконов. Ну и ждем мы традиционную процедуру от Сергея. Сейчас он обведет всю клетку рукой своей и отдельно обведет соперника. Ну, оставит, чтобы... скажем так, за пределами этого круга. Да. То есть это территория именно Сергея. И, возможно, сегодня мы увидим первого обладателя платинового пояса ММА-серии. Сергей в шаге от этого достижения. И в шаге от клетки ММА-серии. Ну, на самом деле, в нескольких шагах. Вот сейчас только он подходит. Так, смотрим. Представляю вам участников главного боя вечера. В синем углу клетки. Ему 36 лет. Рост 1 метр 90 сантиметров, вес 114 килограммов ровно. Из Ферра де Сантана, Бразилия, представляет Life MMA. Он победитель турниров LFA MMA Series. Его рекорд 12 побед против 6 поражений. Эдинальдо Новаэс! Его соперник боец в красном углу октагона. Ему 39 лет. Рост 1 метр 85 сантиметров, вес 108 килограммов ровно. Из Древнего Мурова, Россия. Он обладатель бронзового, серебряного и золотого поясов победителя ММА-серии. Руководитель и главный тренер клуба современных единоборств «Молот» Муром. Победитель премии MMA-TV.com Awards 22 года в категориях «Боец года» и «Нокаут года». Его профессиональный рекорд 18 побед при 2 поражениях. Сергей Дьяконов! Рефери в октагоне Артур Шайхов. Начинается главный поединок турнира ММА-серия 75. Тяжелая весовая категория. Сергей Дьяконов против Эдинальдо Новаэса. Итак, 5 раундов по 5 минут. Возможно, мы увидим. Хотя вероятность этого, лично мне кажется, ничтожно маленькой. Итак, в разных стойках спортсмены. Правосторонняя стойка левши у бразильского бойца. Ждет откровенно Новаэс, а когда же Дьяконов пойдет вперед, Сергей пока не торопится. Такие микродвижения, микрофинты, пауза затягивается. И публика гонит вперед Сергея Дьяконова, но у амуровского спортсмена, естественно, свой план на бой, отходить от которого он не должен. Такие ноги очень близко находятся у Новаэса. Он, как уже было сказано, любит драться в стойке. У него тяжелые удары руками, но боец не очень быстрый. Ну и пока вообще нет ни одного попадания. Да, первая минута уже подходит к концу. 0 ударов пока что. Но все может моментально измениться. Лоу-кик, и сразу левым прямым отвечает Новаэс. Начинает потихонечку поддавливать. Здесь по защите. 12 побед нокаутом есть в активе за карьеру у Сергея Дьяконова. Еще один мидл-кик, но там же была контратака бразильца. В левшу стал Дьяконов. Да, Новаэс как будто бы сразу сказал, что я буду стоять, я готов встречать, идите на меня. Ну, с Гаджибабаевым, в принципе, он действовал в таком же ключе. Как раз Заур делал то, что ждал и то, что хотел Эдинальдо Новаэс. Шел вперед, Эдинальдо его проваливал и очень хорошо отработал вторым номером, выиграв без вопросов. Сейчас... Мы на самом деле испытывают нервы Артуру Шайхову сейчас, спортсмены, если честно. Потому что активности-то не хватает, это объективно. Ну, Артур, рефери, терпеливый. И пока что ждет. Пока что ждет он, когда бойцы без посторонней помощи активизируются. Публика начинает тоже постепенно реагировать на такой малосодержательный первый раунд. Но при этом... Понятно, что это тяжелый вес, все решает один удар, но здесь, конечно, нужно иметь просто железные нервы. Кто первый психанет, кто первый ошибется, никто не бросается. Был лоу-кик секунд 10 назад от Дьяконова, не успел ответить Новаэс. Сережа, бей, кричит кто-то из зала, и Сережа бьет, лоу-кик очередной вбивая правую ногу соперника. Так вообще на этом и построена тактика Новаэса. Сергей гонит публику вперед, он рассчитывает, что Сергей бросится, и этим бразилец может воспользоваться. Вот здесь поменялись местами. Двойку пробивает Новаэс. И еще одну сразу же. Активизировался бразилец через 3 минуты после начала боя. Сергей по-прежнему занимает выжидательную позицию, лишь изредка выбрасывая лоу-кики. Лоу-кик. Боковой не зашел. И здесь попадает Дьяконов. А начинает оседать на настил Новаэс. Дьяконов оказывается сзади. И вновь падает. Тяжело приходится Новаэсу. Огромное количество хаберфистов. Голова уже отскакивает от пола, но Артур Шайхов дает поработать. Да-да-да, смотрим. Сопротивляется еще бразильский боец. 1,5 минуты. Все! Все-таки остановка и досрочная победа Сергея Дьяконова. Платиновый пояс сегодня завоевывает мурманский боец. Но здесь никаких вопросов по поводу ранней остановки быть не может. Поговорим про позднюю. Да, где не ранее, так позднее. Это, конечно, шутка. Молодец Сергей Дьяконов. Гроссмейстерский поединок он провел. Испытывали нервы друг друга соперники, и когда поверил в себя Новаэс, когда пошел вперед, когда попал вроде как, Сергей его остановил, ну и дальше мы уже видели добивание. Но, кстати, вот сначала казалось, что можно остановить, да, но Новаэс продолжал сопротивляться, он пытался поменять позицию, и когда уже достал его, так что сознание начало покидать Эдинальдо, тогда уже поединок был остановлен. Порадовал своих болельщиков Сергей Дьяконов. 18-я победа в карьере, 13-я победа нокаутом. Ну что ж, сегодня праздник в Муроме, праздник в клубе «Молот». Сергей Бобрышев и Сергей Дьяконов одержали уверенные и досрочные победы. Да, остановив при этом очень серьезных бразильцев. Эдинальдо Новаэса и Кассио Жакаре. Итак, официальные лица в клетке. Пояс в клетке. Но сперва необходимо поднять руку Сергею Дьяконову. Да, бойцы все-таки должны оказаться сперва в центре клетки. Что ж, интересным получился заключительный турнир ММА-серии в 2023 году. Да, конечно же, расстроен Новаэс. 7-я неудача у него в карьере. Этот день продлился 3 минуты 33 секунды. Победу техническим нокаутом одержал Сергей Дьяконов. 3 минуты 33 секунды. 333. Получается. Сергей Дьяконов, браво! Браво! Сергей, у тебя сегодня 10 подряд побед. 10 подряд. Давайте похлопаем этому человеку. Ведь каждый удар этого молота делает из тебя, из твоей головы, просто обычную наковальню. Да. Ты это умеешь. Но я тебя поздравляю просто как человека, который прошел такой невероятный путь от муромского молота через много разных ситуаций в жизни, которые ты, разных твоих собственных изменений, трансформаций, к тому, чтобы завоевать, сам скажешь, на сегодня какая-то победа для тебя. Ты скажешь это позже. А сейчас, Сергей Павлович, вручите, пожалуйста, нашему победителю сегодняшнего пояс платиновый с камнями. Это первый наш пояс, потому что у нас на сегодняшний день нет другого бойца, который имеет такую потрясающую победную серию у нас в организации. 10 подряд боев. 10. Сергей, скажи, что для тебя это пояс? Всем здравствуйте. Москва, Муром, а также все остальные. Сейчас отдышусь. Этот пояс, я долго шел к этому поясу. Многие знают, как я трудился. Я этого добился. Я сегодня сказал, что этот пояс будет мой. Я его забрал. Скажи, пожалуйста, Сергей, вот перед боем, наверняка, же были какие-то мысли, с учетом того, что ну, реально один из самых опытных бойцов в стране, Заур Гаджибабаев, не сумел, ну, в силу ряда причин, тем не менее, не сумел показать себя с лучшей стороны. Ты как готовился к этому бою? Держал ли в голове не очень удачное выступление товарища по тяжелому весу? Дима, иди сюда. Вот этот человек, он не является профессиональным бойцом, но он целый месяц работал в левше, я его целый месяц бил, и он все это терпел. И с ним мы разыгрывали тактику и платный бой. Эдинальдо, у тебя был отличный поединок год назад у нас на ММА-серии. Сейчас что случилось, почему, что пошло не так? Nada, nada de errado, não. O campeão foi muito bem inteligente. Meus parabéns para ele. Meus parabéns. Все пошло правильно. Чемпион был очень силен. Поздравления чемпиону. Спасибо тебе. Будет обригада. Ну а я хочу сейчас объявить лучшего бойца турнира по мнению зрителей, которые отправляли смс-сообщения и голосовали. Он получает сертификат от авиакомпании SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. И по мнению телезрителей и по мнению болельщиков лучший боец турнира Сергей Дьяконов. Он получает сертификат на бесплатный перелет от SmartAvia. Сергей, это ваши сертификаты. Ну и все участники получают подарочные пакеты от нашего партнера бренда Рублевский. Сергей Павлович, от бренда Рублевский, от себя лично, как член попечительского совета ММА и ТВ, как человек, который открыл потрясающую олимпийскую арену, олимпийских чемпионов в городе Омске. Я считаю, что вы для спорта сделали очень многое. Вот скажите, по вашему мнению, тот спорт, который вы видите у нас в клетке, ну, как, вот вроде как у нас бьются люди из разных организаций, которые участвовали, не обязательно у нас начинали, они начинали где-то, может быть, из разных стран. Люди, которые прошли большой путь и много усилий тратят. Вот человек работал в офисе, он еще до сих пор тяжело дышит, скажем. Да, от эмоций тоже, да. Вот все-таки ММА – это спорт или это чистые эмоции? Как вы считаете? Я, наверное, считаю, что ММА – это, во-первых, мужество, во-вторых, это спорт и эмоции. Здесь все едино. Нет мужества, нет клетки, нет спорта и силы, подготовки, нет боя. Поэтому здесь всесторонне готовый человек, очень мужественный, только может выйти в клетку за победой. Все другие не считаются. Так и есть. Спасибо, Сергей Павлович. Спасибо вам. Сергей, я еще раз тебя поздравляю. И у меня остался только один вопрос. Ну как, на 11-ю победу подряд ты собираешься претендовать? Как и говорил раньше, я готов идти до конца. Когда этот конец наступит, никто не знает. Ну хорошо, мы в деле. А когда вы увидите следующий бой Сергея Дьяконова, следите за объявлением. Итак, ММА-серия врывается в завершающий месяц этого года с таким большим стадионным турниром. И мы собираемся показать вам еще больше ММА, настоящего ММА в следующем году. До следующих побед. Гиви, заканчивай турнир. Итак, давайте посмотрим еще раз за самыми опасными моментами в главном поединке сегодняшнего вечера. Сергей Дьяконов вот в таком зубодробительном режиме сумел обесточить бразильского бойца Эдинальдо Новаэса и завоевать платиновый пояс ММА-серии. Ну что ж, на этом все. Вместе с вами бои смотрели Алексей Володин и Ян Бранчук. До свидания, друзья. Ну что же, друзья, совсем скоро на нашем телеканале, на сайте и в соцсетях стартует премия MMA TV Awards 2023. А значит, мы с вами будем выбирать и активно голосовать за самых лучших бойцов нашей лиги. Лучший нокаут, лучший сабмишн, поединки их героя. Пришло время выбрать самых достойных. А Новый год наш промоушен начнет турниром MMA Global Series в Дубае. Ну а вы смотрели 75-й турнир ММА-серии «Все звезды». Меня зовут Вальтер Уокер. Увидимся на смешанных единоборствах. До будущих побед!